Итак, всем добрый день. Сегодня у нас немножко необычный семинар, посвященный не столько истории, сколько современным событиям, ну, и истории в том числе. Значит, подготовка России к войне этого года. Начнем с бюджета, естественно, потому что, собственно говоря, для любой войны нужны деньги. Деньги – это кровь войны, как говорили часто. Вот, собственно говоря, государственный бюджет Российской Федерации, все цифры абсолютно официальные. Это цифры даются Министерству финансов Российской Федерации на ежемесячной основе. Разбивка тоже взята из разбивки Минфина. Значит, кумулятивно за 12 месяцев, что это означает? Вот этот указанный месяц последний, взяты 12 месяцев, включая его. То есть, декабрь 2011 года, значит, сумма с января по декабрь 2011 года. Январь 2015 года, значит, начиная с февраля 2014 по январь 2015 включительно. То есть, везде идет 12 месяцев. Начинаем с 2011 года, еще до всяких событий, это некая нулевая структура бюджета. Что видно? Вот национальная оборона и национальная безопасность, правоохранительная деятельность суммарно занимают примерно 25%, что, например, меньше, чем социальная политика. Я разбил, выделил две группы расходов, так сказать, расходы, способствующие войне, и расходы, скорее препятствующие, скажем так. К первой отнес оборону, безопасность и средства массовой информации, потому что, по сути, это в условиях монополии государства, это, в общем-то, скорее средства пропаганды. Во вторую группу образование, социальную политику, межбюджетные трансферы. Почему? Потому что это, в общем, деньги на социалку. Деньги местных бюджетов фактически не тратятся на общегосударственные нужды, на оборону в том числе. И, соответственно, здесь в основном различные социальные расходы. То есть видно, что в нулевой момент у нас 26% идет, так сказать, на оборону и СМИ, и 40% вот на, соответственно, социалку, образование и межбюджетный трансфер. Что у нас дальше? Дальше у нас случается болотная площадь, которая сразу отражается в структуре расходов. Вот ровно через год, декабрь 2012 года, болотная, напомню, у нас была в декабре 2011 года. Что видно? Самый быстрый темп роста у расходов на правоохранительную деятельность. 46% за этот год. В среднем расход бюджета вырос только на 18%. Структура из-за этого тоже поменялась. Видно, что расходы на красные выросли, но не сильно. Расходы зелененькие слегка сократились. В целом, пока что социальная политика все равно затраты на нее больше, чем на оборону и безопасность вместе взятые. Следующий у нас январь 2015 года. Почему я взял январь? Просто чтобы начинать с февраля. С февраля 2014 года, с референдума в Крыму, с даты оккупации, слэш-присоединения Крыма. Соответственно, что у нас здесь видно? Вот здесь видно очень существенные изменения. То есть, собственно говоря, именно в 2014 году российский бюджет стал военным бюджетом. Вот рост расходов на оборону 70%. Они уже близки даже в одиночку к расходе на социалку. Расход на социалку, наоборот, снижается. Не сильно, но снижается на 9%. И впервые красные обгоняют зеленых. То есть суммарные расходы на оборону, безопасность и СМИ превысили суммарные расходы на образование, социальную политику и межбюджетные трансферы. То есть, собственно говоря, вот 2014 год – это военный бюджет. Ситуация сохраняется в течение трех лет, 14, 15, 16 года, вот данные за декабрь 2016 года, с января, соответственно, по декабрь 2016 года. Видно, что расходы на оборону выросли за это время, в сравнении с предыдущим периодом, на 22%, что больше 5% среднего роста расходов всего бюджета. Расходы на безопасность слегка снижаются. Структура расходов примерно сохраняется, социалка даже слегка подросла. То есть после Крыма социальные расходы сразу упали, а потом они отросли, не совсем обратно, но, в общем-то, более-менее отросли. Вот темпы роста зеленых были слегка выше, чем
у красных, но тем не менее в целом в течение 3 лет сохраняется вот такой достаточно мобилизационный бюджет с заметно повышенной долей военных расходов по сравнению с тем, что было опять же в нулевой момент. Вот здесь расходы были порядка 14%, чуть ниже, здесь соответственно они достигли вот до 23% в течение года, но вот здесь были 19%. Затем начинается плавное снижение военных расходов. К 2019 году, декабрь 2019, соответственно, с января по декабрь 2019 года, структура расходов почти вернулась туда, где она была в стартовый момент. 28% красных, 37% зелененьких. В общем-то, безопасность даже чуть ниже, ну чуть-чуть, правда, но такая же. Оборона по-прежнему, доля обороны в расход, доля расходов на оборону выше, но это уже совсем не 23%. Тем не менее, вот здесь было 3-летие некой военной подготовки, которая потом плавно снижалась, и к 2019 году, казалось, все, российский бюджет возвращается к докрымской структуре. 2021 год, это у нас как ковид, почему я решил выделить, потому что тут бюджет был очень сильно изменен эпидемией ковида, которая привела, во-первых, ну, к взрывообразному росту расходов на здравоохранение, которые это постоянно снижались, расходы на здравоохранение планомерно терялись, как и на образование, собственно говоря. Вот ковид ситуацию со здравоохранением резко поменял, резкий расход, кроме того, резкий расход на социалку. Почему? Понятно, экономические проблемы, падение цен на сырье, рост безработицы, то есть социальные расходы, они естественно выросли. Вот. И в данном случае получили вообще расходы, даже структуру более социальную, чем было в 2011 году. Ну, собственно говоря, это эффект от ковида. В данном случае это эффект скорее от ковида. Тем не менее, в 2021 году говорить про агрессивный военный бюджет, в общем-то, не приходится. Естественно, расходы, правда, сильно выросли. В целом, рост расходов очень большой. Опять же, эффект от ковида, от эпидемии, от падения ВВП и так далее, и так далее, и так далее. Вот у нас предвоенный наш бюджет до февраля 2022 года включительно. Ну, первые несколько дней войны включают, но, в общем-то, несколько дней расходы небольшие. Он стал чуть более военным, вот расходы на оборону выросли на 11% при среднем росте 8%, вот структура тоже слегка поменялась в пользу красного, но в общем-то какой-то отдельной специальной подготовки к военной операции 2022 года по бюджету вот, крупномасштабно не видно. Но это понятно, почему не видно, потому что мы с вами дальше потом перейдем к сравнению бюджетов России и Украины военных. И вот последние данные, их уже сравнивают, тут нечем, они данные за один месяц, за март, у меня просто опечатка, это мартовские данные, месячный расход. После этого Минфин официально прекращает публиковать эти данные, то есть у нас последние цифры, что есть точные, официально это мартовские, ну вот на самом деле цифра она правильная, но тут вам придется поверить мне не на слово, что вот из вполне проверенного источника сказали, что апрельская цифра вот такая. Военные расходы. Что видно? Ну, во-первых, поэтому взрывообразный рост расходов на оборону. 22% они занимают. Вот уже структура расходов такая же, как была, соответственно, после Крыма. Вот сейчас она еще поменяется, потому что с апреля расходы еще выше. Понятно, первый месяц военные расходы, конечно, не достигают максимума нормального, потому что еще нет расходов на выплаты компенсации погибшим и раненым. Еще нет расходов на ремонт техники, уменьшенные, вот здесь я выделил желтым, расходы на здравоохранение. Почему? Потому что здесь есть часть военных расходов. Здесь есть некоторая часть военных расходов. Почему? Потому что сюда впадает в том числе развертывание госпиталей в зоне боевых действий, развертывание в приграничных территориях. То есть вот этот довольно сильный тоже рост расходов на здравоохранение связан в том числе с началом военных действий. То есть вот что можно сказать по структуре государственного бюджета. Просто освоить таркомат. Так. Давайте дальше. Теперь давайте сравнивать. Почему, собственно говоря, при подготовке к войне рост расходов на оборону был не так уж и необходим. Значит, это данные по 2021 год, данные официально считают, соответственно, СИПРИ. Вот, они считают это дело с 2012 года, вот, и поэтому изменения идут с 2012 года. Что видно? Россия занимает 5-е место, расходы в долларах почти 66 миллиардов долларов в год, доля расходов ВВП 4,1%.
эту цифру потом отдельно чуть обсудим. Вот, вот Украина. Например, без США, Китай, Индия, так сказать, Великобритания, так сказать, обогнала Россию, правда, их не были, какие-то, видимо, были большие разовые расходы. Вот, вот Украина. Значит, расходы Украины меньше российской, ну, примерно в 11 раз. Интересна вот эта цифра. Почему она интересна? Она показывает, что на самом деле до 2014 года разница была еще больше, потому что долларовые расходы России выросли всего на 11%. Ну, спасибо девалу, потому что, естественно, рублевые выросли намного сильнее в два раза. Мы с вами видели. А вот Украина тоже девал какой-то был, он такой сильный, но как бы то ни было, рост 142% означает, что до крымский период расходы на оборону Украины были явно заметно меньше 2%. Я не стал уж лезть в историю, поднимая, что там было точно в 2013 году, но просто видно, что, во-первых, интересно, что расходы как доля ВВП в России были выше, чем на Украине, даже в 2021 году. А если говорить про историю докрымскую, то разница вообще огромная. То есть расходы России были больше украинских примерно в 25 раз в долларах в 2012 году. Как доля ВВП, но тоже разница была очень большая, потому что в Украине это явно было меньше 2%, скорее всего, процента то ли 1,2, то ли 1,3. То есть, ну, расход реально очень низкий. На уровне Германии, потому что Германия, она имеет очень низкий, на самом деле, уровень расходов на оборону, постоянно недовыполняя глобальный норматив, который введен в НАТО, а именно 2%. Какой вопрос вот к этой цифре? Если вы посмотрите разные таблицы в разных, так сказать, журналах или источниках, то цифры, есть две разные цифры. Одна цифра вот эта, 4, ну с чем-то процента, 4,1, 4,3, 4 ровно, там, как можно по-разному считать. Вот. И второе это где-то 5%. 5,5, от 5 чуть выше. В чем разница? Разница в Росгвардии. Дело в том, что вообще идея Росгвардии, она появилась еще в 90-е годы. Впервые тогда, как говорят, ее зарубил Павел Грачев, министр обороны, потом она всплывала в 2000-е годы, потом в итоге в 2012 году она стала некой маленькой частью предвыборных обещаний Владимира Путина на выборах 2012 года, и в итоге в 2016 году ее создали. Численность Росгвардии сейчас составляет 340 тысяч человек, из них примерно 315 тысяч это контрактники и офицеры, то есть это постоянный состав, и 25 тысяч, примерно 25 тысяч это призывники, там в разные годы по-разному, то 25, то 26, то 27. Вот. И всегда говорилось, и действительно по документам официально, Росгвардия в России это почти полный аналог Национальной гвардии в Соединенных Штатах, или, например, Шуцкюра в Финляндии, или эстонского Кайселита, то есть это часть правоохранительной системы, которая может использоваться в случае либо каких-то массовых беспорядков, больших, значимых очень, либо в случае стихийных бедствий. Ну что, в реальности Нацгвардии чаще случается в США, потому что когда какие-то ураганы проходят, например, там ураган Катрин, то Нацгвардия принимает участие вот в эвакуации населения, в поддержании правопорядка в момент чрезвычайных событий и так далее, и так далее. В Соединенных Штатах численность Нацгвардии это 467 тысяч человек, по последним официальным данным. Но у аналитиков всегда вызывал большой вопрос, а действительно ли Росгвардия является аналогом Нацгвардии? Тут два момента. Во-первых, все названные мной аналоги и Нацгвардии, и Шуцкюра, и Кайселит – это непостоянный состав, то есть это народное ополчение, в общем-то, в полном смысле этого слова. То есть в нее входят люди, которые работают, которые платят налоги, которые, ну, просто это фермеры, рабочие, учителя, предприниматели, инженеры, продавцы, кто угодно, но которые, так сказать, вступили в эти части, которые, может быть, раз в год собираются на сборы, у которых дома в сейфе хранится какое-то оружие стрелковое, которое вот в случае каких-то ЧП или в случае войны они могут, конечно, использоваться как некое, так сказать, пополнение в армию, или в случае ЧП они, так сказать, вот обязаны по призыву правительства и вступать в действие и что-то делать, там, охранять правопорядок, бороться с стихийными бедствиями и так далее, и так далее. То есть это очень дешевая часть правоохранительной системы, потому что она непостоянная. То есть в Америке нигде нет 467 тысяч людей на зарплате. Кайселиты, Шуцкюры задают то же самое. В России ситуация другая. В России 340 тысяч на зарплате, значит, 315 тысяч вообще на зарплате и 25 тысяч призывники.
При этом какое вооружение имеет официально российская Росгвардия? Опять же, все данные официально. На вооружении Росгвардии состоят, ну, понятно, обычное стрелковое оружие, это пулемет, автоматы Калашникова стандартные, плюс минометы калибра 120 мм двух типов, гаубицы калибра 122 мм, правда не 152, но 122 это, в общем-то, обычная дивизионная гаубица. Много различной бронетехники. Танков нет, но есть БТР-80 советского, в основном позднего и раннего российского производства, есть БТР-82 различных модификаций, это уже российский выпуск, наиболее, так сказать, современный, в общем-то, российский бронетранспортер. Есть БМП-2, есть пулемет «Печенек», опять же, стандартный, военный пулемет скорострельный 650 выстрелов в минуту, то есть больше 10 пуль в секунду. Вот, все это, в принципе, в теории предназначено для борьбы с внутренними беспорядками. То есть 340 тысяч человек, в общем-то, с гаубицами и, так сказать, БТРами, БМП и так далее. Действительно, Росгвардия принимает участие, в частности, в антитеррористических действиях на Северном Кавказе. В общем, принимала. Но надо сказать, что там, конечно, задействована очень небольшая часть, тем более каких-то реальных боевых действий в последнее время не было. Вот. Они, правда, отчитали, что за все годы существования 2016 года они уничтожили более 300 неких лагерей боевиков. Вот. Но при этом за все это время ими, так сказать, ликвидировано и задержано этих самых боевиков чуть более 100 человек. То есть, видимо, лагеря это какая-то такая, так сказать, ну, несколько условная вещь. Вот. Как бы то ни было, многие рассматривали эти войска, на самом деле, не как часть правоохранительной системы, а как, ну, конечно, значительную часть гвардии, как часть вооруженных сил. То есть, по сути, по вооружению это соответствует обычной стрелковой, не танковой, танков нет, не танковой, но некой стрелковой дивизии, скорее, может быть, сказать, облегченно стрелковой дивизии. Почему? Потому что нет системы залпового огня, град или ураган или солнцепек, нет самых тяжелых гаубиц, гаубиц 152 мм, есть только, соответственно, гаубицы 152, есть только 122 мм, есть БТРы, но нет, скажем, САУ. Вот. Но, в общем, получается, что это такая как бы облегченная пехотная дивизия. Что в каком-то смысле подтвердила эта война, то есть теперь вопрос отчасти снят, потому что буквально с первых дней боевых действий части Росгвардии принимают в войне ну, самое непосредственное участие. Поэтому, в общем-то, говоря о расходах доли ВВП, надо понимать, что цифра скорее правильная 5%. Почему? Потому что Росгвардия была в реальности использована в боевых действиях. И вооружение было ну, как не случайно, то действительно это вооружение использовалось для войны. Теперь еще один интересный момент. Вот по, ну, это в частности расходы 16 года, вот, где была Россия, так сказать, ФРГ. Немцы не любят расходовать ничего на оборону. Соединенные Штаты, у них всегда больше. Почему? В частности флот. Флот штука очень дорогая, всегда был очень дорогой. Не зря в начале 20 века все мерились линкорами, как символом такой статуса великой державы, потому что, в общем-то, ну, расходы большие. А вот сравнение с НАТО. Значит, изначально, во-первых, интересные цифры сверху, что если взять затраты Европы и Канады на оборону, то они к 2015 году сократились ниже, в среднем ниже 1.5% ВВП, хотя вот во время годы холодной войны были 3%. На самом деле, вот это очень существенная цифра. Действительно, прекращение холодной войны позволило в том числе увеличить расходы на невоенную часть, и на социалку, и на экологию, и на науку, и на все, на все, на все. То есть эта цифра, она вполне существенная. То есть это больше 1.5% ВВП, не бюджета, ВВП. То есть в реальности это немало. Вот в 2014 году саммит в Букаресте принял решение довести оборонные расходы до 2% по нормативу. Но, в общем, пока меньше половины всех стран дошли до этого уровня. А вот типичная цифра, ну вот чуть больше двух имеет, так сказать, 10 стран. Америка отдельно говорит, у нее Америка другой военный бюджет, по сути, основанный скорее на флоте авиации. Вот Хорватия, Великобритания, Эстония, Румыния, Литва, вот Польша чуть 2% слегка превосходит, а вот отстающие, пожалуйста. И болгары, и итальянцы 4%, испанцы вообще тратят чуть хотят процент, бельгийцы чуть больше процент, словенцы 1%. В общем, где-то Европа подбирается к 2%, но еще явно не дошла, потому что те же немцы имеют мало 1.53%, вот, ну, Нидерланды 1.45%. В общем, до 2% пока дошли далеко-далеко не все.
И рост постепенный происходит, но, сказать, он достаточно постепенный. Вот еще интересный момент, что когда мы с вами рассматривали ситуацию в Германии в 30-е годы, там было видно, что особенно в последние предвоенные 3 года, 37-й, 38-й, первой половины 39-го года, несмотря на общий рост показателей промышленного производства, ВВП, доходы населения Германии не росли. То есть реальные располагаемые доходы, они просто стагнировали на фоне, тем не менее, довольно сильного промышленного роста. То интересно посмотреть, был ли такой эффект в Российской Федерации, соответственно, вот в период подготовки к войне. Вот я взял просто 3 цифры, опять же, все цифры официальные, так сказать, ничего не посчитано, не добавлено, не придумано. Это 3 цифры ВВП, промпроизводство и реально располагаемые доходы населения. Видно, что у нас до кризиса. До кризиса идет бурный опережающий рост доходов населения. Связано это, в общем-то, со сырьевым бумом, с великим с новым сырьевым циклом, с почти нулевой безработицей. В общем-то, это типичная предкризисная история вот такого экономического бума. Доходы населения обгоняют и промпроизводство, и ВВП, причем существенно. Дальше у нас случается кризис 2008 года. И вот 2009 год, собственно говоря, в Россию кризис пришел только осенью. То есть 2008 год это еще некая, так сказать, и инерция предыдущего. А вот 2009 год это посткризисный год. Доходы населения, правда, пока сохраняются. Вот, потому что зарплаты, они замедленно движутся по отношению к прибылям компании, к ВВП. То есть, вот он кризис, вот он тяжелый кризис, вот эти зарплаты. А дальше зарплаты начинают отставать. Дальше зарплаты начинают немного вот отставать здесь. Ну, в общем, как бы то ни было, вот здесь видно, что доходы населения и ВВП штука сильно скоррелированы. На пике цикла доходы населения опережают, потом доходы населения начинают отставать. Вот такая история идет до 2013 года. До 2013 года это все объясняется просто экономическим циклом. Это же нормальная ситуация для любой страны. Вблизи пика доходы населения растут быстрее, чем ВВП и промпроизводство. Потом случается кризис. И наоборот, ВВП на выходе из кризиса растет быстрее, чем доход населения. Ну, потом ситуация как-то выравнивается в середине цикла. Вот все идет. Вот все идет до 2013 года. И после 2013 начинается новая жизнь. Такой разницы, как в Германии, конечно, нет, но оно и понятно. Расходы военной Германии, военного производства, оно было не 5% от ВВП, оно было 15-20, чуть ли не 25%. Там довольно сложно посчитать однозначно, потому что ВВП вот, просто не считали такой показатель. То есть приходится задним счетом, так сказать, как-то оценивать, какой был бы ВВП. То есть это только промпроизводство можно оценить. Вот. Но как бы то ни было, они были, безусловно, существенно выше. Оно и понятно, что война планировалась не со страной, с бюджетом в 10 раз меньше, как бы это ни было. Вот. Но тем не менее, видно вот это отставание. Оно однозначно довольно четко видно, что именно с 2014 года ВВП начинает постоянно заметно обгонять реально располагаемые доходы населения. Да, кстати, почему я беру реально располагаемые доходы населения? В чем вообще экономический смысл данного показателя? Стали его считать в тот момент, когда поняли, что есть достаточно много различных типов расходов инфраструктурных, которые финансируются во всех странах частично из госбюджета, а частично из прямой платы населения. Наиболее крупные и известные – это ЖКХ. Понятно, что если государство, например, оно почти везде регулирует расход на плату ЖКХ, оно возьмет, например, повысит, не важно, там, в 2 раза или на 5%, или на 3% повысит плату за ЖКХ. Что при этом произойдет? Население станет платить больше. Никакой возможности уклониться у населения в целом нет. То есть это не продовольствие. Например, то есть, если, скажем, продолжают в 2 раза там, не знаю, мясо, то население страны в целом может уменьшить существенное потребление мяса, увеличить потребление там, иных более дешевых продуктов. Когда мы говорим про квартплату и расходы, так сказать, на ЖКХ, то вот стоит комп, как бы жилье в стране есть в целом. Если в 2 раза повысит плату, ну какой-то отдельно взятый человек может попробовать, так сказать, продать большую квартиру, купить маленькую, но население в целом никакого существенного изменения провести не может. То есть все равно все жилье, скорее всего, будет занято.
падение сильное невозможно. Поэтому в два раза увеличили расходы плату ЖКХ, в два раза получили больше денег и на эту сумму сократили расходы госбюджета. Поэтому реально располагаемый доход населения – это та, то есть как бы их падение означает, возможно, рост доходов государства, в частности, через ту же плату ЖКХ. Вот, поэтому это та часть доходов населения, которая не зависит, которая, скажем, которая распределяет само население. То есть, когда государство повышает плату ЖКХ, оно в целом у населения в целом забирает какую-то часть денег. И тем самым снижает свои собственные расходы, имеет возможность направить высвободившие средства на науку, на образование, на военку, на что-то еще, на что-то еще, на что-то еще, на какие-то свои иные нужды. Поэтому, по сути, повышение платы за ЖКХ в этом случае эквивалентно повышению налогов или снижению каких-то расходов, например. То есть это такое же высвобождение денег для государства. Вот, поэтому здесь видно, что с 2014 года все это, так сказать, отстает в целом по сравнению от темпов роста ВВП. Вот один только год, 2020 год исключительно, опять 2020 год, поэтому что это ковид, это история довольно сильного падения ВВП. Вот снижение, но не такого сильного расхода населения, поэтому здесь положительная, некая небольшая положительная цифра. В среднем вот за эти, получается, 8 лет отставание было 1,7% в год, что не очень много, но, в общем-то, наверное, и не очень мало. Интересно, что вот этот показатель, этот факт, который был, наблюдался в Германии в 30-е годы, здесь тоже наблюдается, но, конечно, в существенно более слабом варианте, потому что не было. Да, сразу скажу, почему я не считаю, что это какой-то эффект от санкций, потому что санкции в теории должны были воздействовать и на промпроизводство, и на ВВП, и на реальные расходы. Причем одинаково, и даже скорее на промпроизводство, потому что в теории они должны были как-то ограничить военные возможности, военный потенциал России, военное производство. В реальности, вот что интересно, чего еще тебе промпроизводство, просто видно промпроизводство и ВВП. Вот до кризиса промпроизводство растет медленнее ВВП, довольно крепкий рубль, быстрый рост сферы услуг, программирование, частный бизнес и так далее. Вот. Потом вот после кризиса ситуация как-то отыгрывает немножко обратно, вот. Потом опять вот меньше, но где-то около нуля, вот, скажем, здесь рост промпроизводства ВВП где-то около нуля соотношение, а вот начиная с 2014 года промпроизводство стабильно обгоняет ВВП. Тут две составляющих. С одной стороны, это эффект от девальвации рубля в декабре 2014 года. Он есть, потому что девальвация сделала более конкурентоспособный российский экспорт. И, соответственно, экспорт преимущественно в большей степени не услуги, а товары, поэтому эффект существует. Но не только он. Во-первых, видно, что уже в 2014 году сразу вот плюс 1%. Во-вторых, ну, если бы это была только девальвация, то мы видели очень высокую цифру где-нибудь вот здесь и вот здесь, а потом цифра бы падала. Она особо не падает, она вот только здесь слегка упала. Вот. Но тем не менее, вот это тоже, собственно говоря, результат милитаризации бюджета, потому что в расходах на оборону, естественно, производство, вообще в военно-промышленном комплексе, производство занимает большую долю, чем производство в целом ВВП. Это понятно, то есть это все-таки это в основном не услуги, это те или иные товары. Танки, снаряды, пушки, торпеды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь вот, в общем-то, вот по этим показателям тоже некая милитаризация бюджета и экономики в целом видна. ВВП отстает, промпроизводство опережает. Так, а это у нас товарищ президент. Давайте еще поговорим вот про что. Насколько вообще ожидали там где-то в Европе или там в Америке, где-то еще вот ожидали большой войны. На самом деле изначально ожиданий, по-видимому, никаких не было, и в этом есть своя причина. Часто там в прессе пишут, что в Европе очень давно войн таких не было, то есть войн с целью, так сказать, завоевания чужой территории, с такой типичной завоевательной войны, просто, ну, сказать, в Европе уже не было много десятилетий. На самом деле дело даже не в том, что не в Европе, а дело в том, что вообще в мире вот такие завоевательные войны после нападения Ирака на Кувейт и завоевания Ираком Кувейта
практически не было. Единственное такое яркое исключение — государство Эритрея, государство, образовавшееся в 92 году. Это она, образовалась она вот на северо-востоке Африки. Вот она, вот такое государство Эритрея, столица Асмара. И все это время там правит вот этот человек, так сказать, их... Ну, даже, можно сказать, официально вот его диктатор Исаяс Афиверки. Почему он диктатор? Потому что он правит уже скоро 30 лет, ни разу не было выборов, не избирался, он, так сказать, взял власть, ну и никуда ее не отдает. Вот это государство трижды за эти 29 лет воевало с соседями, а все три случая она была инициатором, все три случая она пыталась занять часть территории соседних государств. В 95 году была первая война с Йеменом из-за островка Ханиш в Красном море. Повоевали неудачно, Йемен отбился. Спустя три года собрались силами и затянули уже большую войну с Эфиопией. Вот война была вот за всю эту территорию довольно большую. Долго воевали, два года. Тоже Эритрея проиграла, тоже заключила мир, собралась силами. В 2008 году напала на Джибути, решила, что все-таки более такой по силам соперник. Тоже ничего не вышло. Джибути тоже пришлось, так сказать, заключить мир, но тут на нее еще и санкции кучу наложили. С тех пор вроде пока ни на кого не нападали. Тем не менее, по сути, вот кроме Эритреи, таких вот ярких примеров войн за территории, когда бы одно государство просто вот нападало на соседнее с целью захвата территории, их особо нет. Поэтому действительно ожидал ли кто-то, так сказать, такой большой войны, ну, трудно ожидать того, чего очень давно не было. Поэтому я думаю, что в реальности одна из причин того, что ожиданий большой войны, в общем-то, не было, в том, что ну, просто прецедентов в последнее время настолько мало, и вероятность того, что вот, к примеру, Эритреи последует еще Российской Федерации, и начнется вот такая война, ну, действительно, просто... так сказать, отвыкли от таких войн. Давай еще немного посмотрим, почему война началась в 22-м году, то есть какие факторы изменились по сравнению, ну, скажем, годом, там, не знаю, 16-м, 17-м, 18-м, что изменилось. Ну, первые внешние факторы рассмотрим, они, может, не самые важные, но, тем не менее, начнем с них. Ну, на мой взгляд, важнейший внешний фактор, повлиявший на начало войны в 22-м году, это события в Беларуси 20-го года. Ну, не буду подробно описывать события, скажу сразу о результате. Результатом белорусских событий стало то, что Лукашенко, руководитель Беларуси, собственно говоря, стал полностью марионеткой Путина. Он попал в ту же самую ситуацию, в какой был Муссолини в 43-м году, когда его, так сказать, освободили после свержения. И если до 20-го года Белоруссия проводила хоть пророссийскую, но такую более-менее известную политику, понятно, что... То есть представить себе, что в каком-нибудь 18-м году Лукашенко просто так пустит к себе российские войска, даст возможность напасть на Украину, потом вернуться обратно, потом из ее территории обстреливать ракетами, ну, это невозможно. То есть очевидно, что в 18-м году вот такое простое нападение через Белоруссию было нереально, потому что он был, он считал, что пользуется поддержкой населения. Вот он считал, ну, как бы, то есть он был самостоятельной фигурой, как и Муссолини до 43-го года. Сейчас он не самостоятельная фигура совсем, и это сразу резко улучшило ситуацию стратегическую для России. Почему? Вот появление Большой Греции. Главное, вот этот выступ, то есть Киев стал намного ближе, чем был до 20-го года. То есть расстояние вот здесь до Киева меньше, ну, примерно в 2, чуть ли не в 2,5 раза, чем расстояние, допустим, вот здесь. Вот. Кроме того, опять же, дает стратегическое преимущество, возможность обстреливать всю территорию Украины еще и с севера. Вот, соответственно, отвлекает силы украинского ПВО, то есть стратегически ситуация стала заметно лучше. Но, на мой взгляд, это еще фактор, может быть, не самый важный, потому что самое главное, что показалась история с Беларуси 2020 года, то, что поддержка населения не имеет значения. Все-таки, если мы посмотрим, послушаем Путина 2014-2015 года, то он говорил, и в данном случае у нас нет особых оснований подозревать его, так сказать, в прямом вранье, что
он захватывает только те территории, в которых большинство населения его поддерживает. И сейчас я объясняю, почему он, так сказать, не пошел дальше, и чем Донбасс отличается от Крыма, тем, что в Крыму, так сказать, население большинство поддерживало, а в Донбассе ситуация более сложная. В общем-то, на фоне проблем с Болотной, которые привели вон, к полуторакратному росту расходов на силовиков, на фоне всего, что в России, я думаю, что у нас нет особых оснований сомневаться в этой версии. Потому что действительно она подтверждается действиями. Вот 20-й год Белоруссии показал, что силой можно сломить любое сопротивление населения. Потому что, несмотря на то, что Лукашенко набрал в лучшем случае 25% на выборах, несмотря на то, что действительно были крайне массовые выступления почти во всех городах, но тем не менее силовым образом удалось подавить все это выступление. Поэтому я думаю, что после этих событий Путин уже не боялся оккупировать всю Украину, и у него был четкий образец, что он будет там делать, когда ее оккупируют. До 2020 года, возможно, действительно понимания этого не было и готовности захватывать территории, население которых не хочет, так сказать, российской власти, тоже не было. Второй фактор, который постепенно развивался, это, конечно, политика умиротворения, которую в целом проводила Европа и Запад по отношению к России. Несмотря на сбитый Боинг, все-таки это собственные граждане, причем сотни граждан, несмотря на ситуацию в Украине, санкции были крайне такие избирательные, они были скорее для внутреннего пользования, они носили такой символический характер, что должен был продемонстрировать некое отношение негативных происходящему, но реально по экономике били слабо. И вообще вот эти постепенные санкции, они в общем за прошедшие 8 лет, с 2014 года по 2022, привели к очень сильному снижению взаимозависимости российской экономики и европейской экономики, и американской. Ну, американская экономика всегда была зависимость довольно слабая, а с Европой была сильная. Она все это время за счет санкций, антисанкций, контрсанкций и так далее постепенно уменьшалась, поэтому экономические действия обоих сторон в 2022 году грозят гораздо меньшим последствиям для противоположной стороны, чем это было в 2014, 2015 или 2016 году. То есть, по сути, вот такие, так сказать, санкции, они привели только к большей самодостаточности российской экономики, как, впрочем, и наоборот, самодостаточности европейской от российской, и, соответственно, экономическая взаимозависимость уменьшалась с каждым годом, поэтому если бы вот те санкции, которые сейчас, например, введены, были введены там, в 2014 году, последствия для экономики могли быть очень тяжелые. Сейчас, они неприятные, но не катастрофичные. Отдельный такой мелкий пункт, который, возможно, повлиял на Путина, это уход Соединенных Штатов из Афганистана. Полный провал там, потери массы вооружений, переданных афганской армии. В общем, это, возможно, было воспринято как такой знак явной слабости Америки. Возможно, опять же, был сделан вывод, что Америка не станет кому-то больше активно помогать. Может, было воспринято как личная слабость Байдена, который это допустил. То есть, сложно сказать, но, возможно, вот этот, так сказать, неудача с Афганистаном тоже способствовала принятию решения о, так сказать, начале войны. Опять же, если говорить про санкции, то что нужно заметить, что несмотря на них, и мало того, что они были не особо жесткими, их еще и обходили, и многие, в том числе, западные компании, крупные компании, так сказать, различными способами, через прокладки, через третьи страны, через третьих лиц, поставляли, и даже поставляли продукцию двойного назначения, которая была под прямым запретом, поставляли продукцию военного назначения. То есть, в целом, вот эта привычка разделять политику и экономику, которую Ллойд Джордж в 20-й год называл привычкой торговать с людоедами, которую он очень приветствовал, он говорил, что ничего страшного, он веками торговали, ничего. Вот она вполне продолжается, и в целом очень многие компании, так сказать, вполне целенаправленно, так сказать, эти санкции помогали обходить.
Интересно, что, возможно, эта проблема носит достаточно общий характер, потому что еще в начале 2000-х годов уж такая книга любопытная, это Джон Богл, «Битва за душу капитализма», тот перевод, который на русский дали, перевели именно так. Вообще книжка только про экономику. То есть там про политику ни слова абсолютно нет. Вот, там, в принципе, обсуждается, что в текущий момент вот эти принципы управления крупными компаниями, когда управляют наемные менеджеры, имеющие высокие годовые бонусы, они крайне заинтересованы, скажем так, в краткосрочных результатах. Они очень болеют буквально за каждый квартальный, особенно за каждый годовой результат. А вот стратегический взгляд, вот подход с точки зрения успеха компании там десятилетней перспективе, оно зачастую оказывается несколько забытым, заброшенным, и, в общем-то, в частности, целый ряд проблем и кризисов, которые возникали там в 90-е и нулевые годы, вот Джон Богл связывает вот с таким поведением менеджеров, которые думают только о сиюминутных прибылях, а не о стратегии, не о долгосрочной перспективе. В принципе, если этот подход обернуть на вопросы, вот, так сказать, общественно политически, то понятно, что такие менеджеры вряд ли будут заботиться и о каких-то, так сказать, социальных или национальных или общественных последствиях своих действий. Там вот эта заточенность только на краткосрочный финансовый результат, заточенность на личные финансы, заточенность на некую рекламу, промоушен среди инвесторов, среди акционеров, она также, по-видимому, ведет к тому, что люди, ну, так сказать, готовы торговать с кем угодно и готовы повышать прибыль любыми доступными способами. Теперь о внутренних причинах войны. Понятно, что в любой войне обычно внутренние причины в среднем важнее, наверное, вот каких-то внешних, потому что всегда это есть история некого развития государства, которое, собственно, становится в какой-то инициатором военных действий. Тут хотел пару слов сказать вообще про историю стран, ну, как бы, бывшего СССР, скажем, и вообще социалистического лагеря после 91 года. В 91 году случился, так сказать, развал Советского Союза, распад, развалился он сам собой, просто под неким грузом экономических, социальных, политических проблем. Вот, развалился блок СЭВ, и все страны могли выбирать свой путь. Почему я могу уверенно сказать, что могли выбирать свой путь? Потому что выбрали путь совершенно разный. Были разный путь. В отличие, скажем, ситуации от 1945 года, когда Западная Европа стояли американские, английские войска и волей-неволей двигались страны туда, куда, так сказать, в американскую образцу. На востоке стояли советские войска, поэтому вся Восточная Европа пошла в социалистический лагерь. Опять же, независимо от того, хотели жители Восточной Европы, именно коммунизма не хотели, все равно, так сказать, все весь Восток пошел к коммунизму, весь Запад пошел к капитализму. Поэтому, собственно, свободы выбора в 1945 году практически не было. А здесь, в общем-то, он был. И видно, что ряд стран делали выбор очень быстро, например, Туркмения. Особенно в Туркмении очень быстро образовалось такое типичное восточное, так сказать, ханство, так сказать, ну, государство с правлением одного человека, его некого клана, ну и все, в общем-то, все закончилось. А достаточно быстро определилась Прибалтика. Балтийские страны, где-то уже к середине 90-х годов у них сформировался некий проевропейский консенсус. Когда в парламентах, в политической жизни сформировалась некая палитра обычных подобных на Европе партий, там были социалисты, там были либералы, были правые, были консерваторы, были зеленые. И в целом вот это общество, как бы этот парламент, консенсусно решили, что мы хотим в Европу. Мы хотим в Европу, мы хотим в Евросоюз в конечном итоге. И кому-то от Европы нравилось, как бы каждому свое. То есть социалистам нравились социальные гарантии, защита прав трудящихся, высокие зарплаты. Либералам, так сказать, капиталистам, скажем так, нравилась рыночная экономика, большой общий рынок, защита прав собственности, защита интеллектуальных прав. Зеленым нравилось, соответственно, экологическая повестка в Европе, но в целом некий консенсус был достигнут, и страны, так сказать, ну, целенаправленно туда двигались. Но практически все остальные страны, они выбор быстро не сделали. В результате возникли разные формы того, что в дальнейшем было названо суверенной демократией, в частности, в России. То есть это как бы не совсем, то есть это не Европа, но и некое, безусловно, не какое-то восточное ханство туркменского типа. Вот. И вот
это вот такой, так сказать, некие несовершенные демократии, вот они сформировались почти на всей территории бывшего СССР. Тут Россия и Украина в этом смысле абсолютно не отличаются. В 1995-1997 году никакой заметной разницы нет. Мало того, если говорить про самое начало, то даже 1992-1993 год, экономические, прямо экономические реформы России тут явно быстрее, чем на Украине. Украина медленнее переходила к рынку. Из-за этого, с одной стороны, она не получила такого резкого спада инфляции в 1992 году, с другой стороны, переход был гораздо более долгий и в целом более тяжелый. Вот, поэтому это не вот в этом процессе выбора все страны пребывали, ну, я бы сказал, по крайней мере, 20-25 лет. Такой, может быть, характерный эпизод – это выборы 2004 года, которые были одновременно в одном и том же году в России и на Украине. Оба выборные кампании закончились победой тех сил, которые назывались тогда в стране либеральными, демократами, так сказать, неких, так сказать, рыночников. Вот, потому что на выборах Путина побеждает Путин, который и в 99-м, 2000-м году, и в 2004-м году однозначно кандидат либералов, потому что если посмотреть на выборы 99-го года, то в данном случае Путин был кандидатом Чубайса, Березовского, Гайдара, против него был Примаков, которого поддерживали, соответственно, Гусинский, Шамиев, Лужков, Тулеев. Вот, то есть, поэтому в данном случае в 99-м году Путин либерал, Примаков некий государственник, Зюганов, как обычно, коммунист. Вот, но в целом в 2004 году ситуация та же самая, глобально. Но в чем отличие, скажем, Ющенко от Путина 2004 года? Либералы, которые стоят за Путиным, они мимикрируют, они маскируются. То есть Путин идет с экономической либеральной программой, но в смысле политики уже случился ЮКОС. Уже началось, так сказать, давление на прессу, уже идет централизация телевидения, уже независимые каналы исчезают один за одним, так сказать, но понятно, пока это еще совсем не то, что сейчас, никакой монополии полной, конечно нет. Тем не менее, тот же Анатолий Чубайс именно вот тогда выступает с таким лозунгом, такой программой либерального империализма, либеральная империя. Вот, конечно, слово это совпадает с тем, что было в Англии в начале 20 века, но смысл совершенно разный. То есть, по сути, Чубайс предлагает либералам, он говорит, что народ нас не поддерживает в чистом виде, вот, никакого шанса на победу вот обычной демократической партии на выборах в России нет, но вот давайте мы будем действовать за чужой спиной, пускай будет тема их патриотизма, хоть национализма, чего угодно, то есть, что угодно в политическом плане, но главное, чтобы экономика была рыночной, главное, чтобы экономику рулили мы, главное, чтобы институт Гайдара был главным центром разработки любых экономических реформ, а уж что там будет, какая вывеска будет написана, роли не играет. В отличие от Ющенко, в том, что Ющенко идет на выборы под своим флагом. Вот, то есть украинские либералы идут под обычным демократическим флагом, что, кстати, очень многие, я просто помню разговоры с очень умными россиянами, так сказать, либерального, значит, направления, которые считали, что это совершенно неверно, что это какая-то ошибка, что это невозможно представить, чтобы это победило. Тем более Ющенко вообще, он же банкир, экономист по образованию, так сказать, руководитель ЦБ, бывший. Какая-то непроходная фигура, и которая еще, так сказать, не пытается особо мимикировать ни под кого, который в лоб говорит там и про рыночную экономику, так сказать, и про демократию, то есть, непроходной вариант. Тем не менее, с большим трудом, со второго тура, с перевыборами, так сказать, со скандалами, тем не менее, Юшка тоже побеждает. То есть, вот в данном случае две победы, они немножко разные. В России либералы добились триумфального победы, но вот за чужой спиной, и, так сказать, под такими хитрыми лозунгами, а на Украине вот впервые, кстати, в 2004 году Украина после уже 14 лет независимости впервые как-то прозвучала все-таки тема движения в Европу. То есть, если прибалтийские страны, некий консенсус у них возник в 90-е годы, еще и они туда двинулись, и уже в это время пришли, собственно говоря, к Евросоюзу, вот, то Украина вот где-то после 12-13 лет, вот впервые, это еще, конечно, не консенсус ни в коем случае, это всего там победа 51-49, но вот какое-то вот что-то
что-то такое прозвучало, что, в общем-то, наверное, мы туда хотим. Мы туда хотим. Вот, и, соответственно, вот под этим флагом Ющенко каким-то образом, к удивлению российских системных либералов, удается выиграть. Удается выиграть. Что идет дальше? А дальше в России, собственно говоря, начинается такой крайне-крайне медленный процесс, который занимает очень много времени, который идет намного медленнее, как в Германии проходило в 30-е годы. И медленный процесс такого отказа от того набора идей, которые обычно связывают с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, с именем Демика Лихачева, то есть идеи вот начала 80-х годов, права человека, безъядерное будущее, безъядерный мир, соответственно, нам рыночная экономика, уважение прав личности и в целом, так сказать, сотрудничество с другими странами, международное сотрудничество как основа мировой политики и жизни, экономические слова. Очень потихоньку уходят политические свободы. Причем экономическую свободу не трогают. То есть надо сказать, что вот этот контракт, некий контракт Чубайса, так сказать, и его группы системных либералов с Путиным, он выполняется достаточно четко обеими сторонами. Вот, то есть они его не критикуют, он не трогает совершенно экономическую свободу, не трогает гайдаровские реформы, они действительно привели к успеху. Экономика России хорошо растет, доходы населения растут, и в общем-то все спокойно. Опять же, внешняя политика тоже изначально особых изменений не претерпевает. Россия в G8, Россия во всех ассоциациях, возможных и в ПАСЕ и прочих, и с Евросоюзом, и с НАТО, кстати сказать. То есть, если говорить про конец 90-х годов, то взаимоотношения России, Украины и там какой-нибудь Эстонии с НАТО были одинаковые. Россия тоже входит в эту программу партнерства во имя мира. Кстати, в 2005 году в НАТО активно обсуждается распуск альянса за ненадобностью. В общем, только в страны Восточной Европы, так сказать, встали против решительно, и в итоге пошли на то, что решено было, что никаких нормативов не вводится. Вот я помню, что в 2014 году в Бухаресте был возвращен норматив 2%, вот, но вот как раз на 2005 году было решено, что НАТО все-таки не распускается, хотя очень многие страны считали, что смысла просто больше нет. Нет противника, нет никаких целей, зачем, собственно, альянс этот иметь. Вот, но при этом страны могут иметь абсолютно любые расходы на оборону, любую численность армии, то есть никакой обязаловки нет вообще. Вот кто что хочет, тот и расходует. Все, НАТО, по сути, рассматривалось скорее как такой политический клуб, вот, ну, который может иногда, может быть, как-то выступать на международной арене, который, да, имеет какие-то незначительные силы быстрого реагирования, но, в общем, считал, что он постепенно преобразуется просто в такой, скорее, широкий политический альянс, и вот программа партнерство во имя мира рассматривается как такой переходный период, что постепенно вот все эти страны, которые в программе в это участвуют, они станут некими ассоциированными членами НАТО, и НАТО само преобразуется, естественно, то есть оно увеличится в численности там в 2 раза, включит в себя всю Восточную Европу, включая Россию, ну и возникнет вот такой, так сказать, нет, не то что НАТО, но вот такая ассоциация, вот такая европейская политика, скорее политика оборонная. Так, давайте еще прочитаю вопросы. Так, автор Эритрея, флажок по Боливии, кто берет материал? Так, Эритрея, это си. Так, что, соответственно, за то? Так, смотрите, по Югославии. Так, сразу скажу, почему я не включил Югославию в список войн. Скажу, как, например, не включил в список войн там Южную Осетию, например, или, соответственно, Абхазию. Действительно, вот конфликты, которые изначально начинались в момент или распада определенного государства, или как внутренний конфликт, будь то Чечня, будь то Карабах, будь то Югославия, будь то Косово, будь то Абхазия, такие конфликты были, в них принимали иногда участие разные
страны. Вот. Но если говорить конкретно про Косово, то Косово не вошло в состав там, ни Франции, ни Италии, ни Албании, ни Соединенных Штатов. То есть сказать, что так сказать, там была завоевательная война, неверно. И главное, что конфликту в Косово, военная часть конфликта, предшествовали многие годы конфликта внутреннего, многие годы переговоров, потому что буквально начиная чуть ли не с 93-го года под эгидой различных международных организаций, при активном участии ООН, шли переговоры, пытавшись регулировать этот конфликт. Они шли в Женеве, шли в других странах, соответственно. По разным причинам, изначально по причине политического руководства Югославии, потом по причине руководства уже албанских сепаратистов, которые становились постепенно все большими сепаратистами, потому что одно дело албанский лидер албанцев 93-го года, другое дело 97-98 года. Тем не менее, такие конфликты действительно есть. И тот же Карабах, говорю, и Приднестровье, и много где. Но все-таки история с Крымом и история с текущей войной, это история, когда никакого многолетнего конфликта, никакого, наподобие, например, абхазского или косовского, или карабахского нет. Крым в 2014 году никакой гражданской войны внутри Украины не вел. В Донбассе до вхождения туда отрядов Стрелкова-Гиркина и прочих гражданской войны не было. Да, политически они голосовали не за те же партии, они говорят, за другие партии, чем, скажем, Житомир, Львов, Киев, или Чернигов или какие-то еще города. Но это была нормальная внутриполитическая ситуация. В конце концов, в Соединенных Штатах есть масса штатов, которые стабильно голосуют все время там либо с демократами, либо с республиканцами. Это же не означает, что, собственно говоря, какая-то страна может ввести туда войска и заявить, что такого теперь Флорида наш штат. Почему-то, вот смотрите, у вас сейчас у власти Байден, а в Флориде губернатор республиканец. И вообще флоридцы голосуют за республиканцев все время. Поэтому, собственно, с какой стати они вообще входят в Соединенных Штатов, или в любую другую страну. То есть, в данном случае, в чем отличие текущей ситуации от, например, того же Косово, от Абхазии, от Южной Осетии, в том, что там действительно имел место очень длительный конфликт. Конфликт внутренний, конфликт, изначально возникший в момент распада, в данном случае Советского Союза, в момент вот этой политической неопределенности формирования нового государства, то же самое, кстати, можно сказать и про Чечню, куда никто не вмешивался извне, и в целом такого рода конфликты, безусловно, в разных странах есть. Тут можно вспомнить, например, еще такой огромный конфликт с чудовищными человеческими жертвами, как гражданская война в Конго, которая унесла огромное количество человеческой жизни. Это самый кровавый конфликт после Второй мировой войны, вот за всю период 1945 года. Вот. Но, тем не менее, конфликт был, но он не состоял в том, что какое-то государство взяло и напало на Конго, или наоборот, Конго напало на кого-то. Он началась кровопролитная, большая гражданская война, в которой разные соседние государства действительно поддерживали, в некоторых случаях военным путем, в некоторых случаях экономически, деньгами поддерживали те или иные группировки, противостоящие друг другу во время этой гражданской войны, и только постепенно с участием, так сказать, ООН, внешних сил удалось как-то это прекратить. Но, тем не менее, это был очень кровавый конфликт с массой жертв, особенно среди мирных жителей, с массой жертв. Но, в общем-то, он тоже не был вот таким классическим нападением для захвата территории. То есть, никто на Конго не нападал, и Конго ни на кого не нападало. Это гражданская война, в которой потом приняли участие целый ряд соседних государств, там и Ангола участвовала, там Руанда участвовала, там какие-то еще государства соседние там участвовали, там Уганда, кажется, участвовала, еще кто-то. Вот. Но это все равно такой вот внутренний, изначально внутренний конфликт. Так, я ради экономики смотрю стрим, отказ Украины была ошибкой. Знаете, отказ Украины от ядерного оружия, знаете, конечно, это не было ошибкой, потому что мы жили в другом мире. Мы жили в другом мире, поэтому если посмотреть там на события, вспомнить самих себя 90-х годов, представить себе тогда,
что ядерное оружие на Украине потребуется для сдерживания нападения стороны России, было просто невозможно. Было бы представить ни на Украине, ни в России. Потому что ну, это выходит. То есть, тогда казалось, значит, казалось, что наступает, ну, что наступила некая эпоха ну, мира, эпоха сотрудничества. После Афганистана вообще сказать, популярность войн, особенно какие-то войнки завоевательных, она была полным бредом. Я понимаю, что тогда руководство Украины смотрело на это оружие просто как на обузу, как на тяжелую экономическую обузу. Вот, опять же, ведь был Будапештский меморандум, и, соответственно, они вполне рассчитывали на то, что как бы, ну, это меморандум, это была очень высокая вера в международное право. Вот, тогда всем казалось, что возникает некий новый мир, он в каком-то смысле действительно возник, который базируется на договорах, на дипломатии, на международном праве. Если меморандум подписан, ну, все хорошо, собственно говоря. Опять же, кому нужно воевать? То есть, в тот момент война казалась всем, включая украинское руководство, ну, чем-то, так сказать, там, ну, ненормальным и в каком смысле невозможно. Поэтому зачем нести большие расходы, зачем, опять же, нести некие риски, потому что ядерное оружие – штука тонкая. И если, например, какая-то страна его сохраняет, но при этом за ним, так сказать, плохо ухаживает, так сказать, плохо поддерживает, то это риски, ну, не дай бог, рванет. То есть, в данном случае, это действительно довольно дорогостоящие вещи. Тогда украинское руководство приняло на то время ну, вполне рациональное решение, потому что тогда, говорю, если бы кому-нибудь рассказали вот про, тогда, что про то, что происходит сейчас, я думаю, человек подумал, что какой-то просто бредом сумасшедшим. То есть, я думаю, что в тот момент это действительно абсолютно не было на повестке дня, поэтому, собственно говоря, почему бы не отказаться от оружия, так сказать, тем более никакого места в Совете Безопасности Украины не было. Вот, держать это оружие ради какое-то специальное политическое влияние, ну, какой смысл? Какой это смысл? Вот, поэтому это очень расходы. Так, давайте, пока вроде вопросы в основном, захват Кувейта. Ну, вот захват Кувейта и был, да, вот в каком контексте это говорится, это как раз это был 91 год, как раз после этого это все более-менее закончилось. После этого-то все, после Кувейта, как раз после этого опыта ни у кого особо желания-то и не было. Вот, мне кажется, репрессии. Советов Америка, Ирак захватила Саудовскую Аравию. Ну, какой Ирак захватил? Ирак как существует, так существует. Вот, так что Ирак, так не знаю, хорошо ли это или плохо, но проводит вполне себе самостоятельную политику, добывает нефть, сколько он сам считает нужным, вступает во все сделки там с Россией, не с Россией, то есть в данном случае он вполне... Почему надо схватить? Ну, Эфиопия на самом деле не намного сильнее Эритреи, у них куча внутренних проблем, вот, поэтому война, она, во-первых, не особо хотела, то есть надо сказать, что Эфиопия после распада, ну, в распаде Эфиопии эритрейцы сыграли большую роль. И, в общем-то, после того, как возникло вот уже ну, новое государство, Эфиопии не хотели брать их обратно, потому что ну, снова здорово. То есть в данном случае я думаю, что внутри самой Эфиопии никто Эритрею захватывать больше не хотел. Потому что, ну, так сказать, со следующего раза. Так, давайте пока продолжаем дальше. Дальше, соответственно. Если вопросы еще будут, будем отвечать. Вот, соответственно, таким образом, вот эти идеи 90-х годов, от них медленно, происходил отказ. Демократия все больше становилась суверенной уже, а не демократией. То есть, да, формально сохранялась старая конституция, но она уже все меньше постепенно отношение имела к реальности. Формально сохранялась некая свобода мнения, но вот вводились то одно ограничение, то другое, то иноген, то что-то еще, то что-то еще. И, в общем, постепенно проходила некая монополизация в политической сфере, которая сопровождалась постепенным переходом все больше на идеи, ну, которые правильнее может связывать с именами, так сказать, Дугина, Проханова, возможно, Жириновского как такого провозвестника. Вообще, если посмотреть, давайте немножко вернемся в 90-е годы, буквально там на минутку, то одним из
возможных, так сказать, индикаторов возможных в дальнейшем разных путей, например, у той же Прибалтики и у России, были как раз итоги выборов 93-го года. Потому что в 93-м году, напомню, после, соответственно, событий в октябре, после того, как вот военным путем, так сказать, столкнулись две ветви власти, победила президентская, при поддержке, опять же, либерально-демократического крыла, и затем проходят выборы, и на этих выборах неожиданно триумфально побеждает ЛДПР с Жириновским. Хороший показатель у коммунистов. В результате возникает ситуация, когда парламент оказывается не очень, как сказать, не очень дееспособен. То есть, по сути, нет того, что в парламенте вот нормальная, так сказать, европейская структура партии. Слева социалисты европейские, справа там консерваторы, там всякие зеленые, есть либералы, кто еще. А есть, по крайней мере, две крупные фракции, которые, в общем-то, находятся вне обычного демократического спектра. Есть так радикальные коммунисты, которые, в отличие от еврокоммунистов, все-таки не отказались от Сталина как своего скрулевого и как своего, так сказать, идеала, ну, отчасти идеала. Вот. И есть Жириновский, такой националист-популист с непонятными лозунгами, но, в общем-то, несмотря на название, потому что не либерал-демократ он не является, то есть в целом это как один из факторов, который привел постепенно к тому, что законодательная власть в России, ну, она... Скажем так, слабело. Это немножко напоминает то, что было в Германии в период с 29 по 33 год, когда по итогам выборов 29 года крупных успехов добились и нацисты, и коммунисты, и существование двух крупных крайних партий такого экстремистского плана привело к тому, что страна начала управляться во многих правительствами меньшинства. То есть получалось, что Рейхстаг как орган, он отчасти потерял дееспособность. Это повысило, безусловно, значимость позиции президента Гинденбурга. Это снизило, это ослабило, скажем так, систему некую сдержек, противовесов. То есть это привело к постепенному усилению, все большему и большему усилению исполнительной власти, что было и в России. В России в 93-м году, в частности, так сказать, тот выбор, опять же, это был выбор людей, это, наверное, не было предрешено, выбор людей, которые сделали лидеры тогдашнего демократического движения, был просто в усилении президента Ельцина. Вот, все-таки они сделали некий выбор, когда они решили, что раз так, раз парламент у нас получился не такой, как мы хотим, ну давайте теперь этот парламент, в общем-то, пускай он особо ни на что и не влияет. Вот, то есть это было некое тактическое решение, которое тогда казалось, видимо, всем замечательным, правильным, великолепным, как хитро мы сделали, что раз в парламенте мы, наш представительство не такой, как хотим, ну значит, пускай все решает президент Ельцин, что он-то нас устраивает. Вот, но долгосрочно это, наверное, тоже было, с одной стороны, индикатором того, что в обществе нет консенсуса о том, куда двигаться, потому что понятно, что больше 20% за Жириновского, ну, это показатель такого политического, я скажу, что радикализма, но политической нестабильности, потому что с какой стати человек с такой программой, с такой, так сказать, партией должен набирать четверть голосов, не понятно, что это некое отторжение от существующей власти, но опять же, отторжение могло идти в разные стороны, тогда было очень много партий. Да, действительно, был некий спектр, начиная от социалистов, там, яблоко, консерватор, то есть вот спектр был, но просто он не получил поддержки, то есть если, например, людям не нравился Гайдар, скажем, лично, или не нравился где выбор России, Жириновский же не был единственной альтернативой, они могли голосовать за кого угодно, могли голосовать за то же яблоко, более левое, более социалистическое, могли голосовать там за какой-нибудь Шахрая, могли подать счет, то есть там была масса партий, отличавшихся различными моментами в экономике, там, ну, в политике в том числе, но тем не менее, сохранявшие в целом все-таки были демократические партии, в целом выступавшие за рыночную экономику, так, конечно, в целом выступавшие, сказать, за движение, ну, в сторону Европы, скажем, политическое движение. Вот. Но выбор Жириновского, он как раз был выбором против них всех. Вот. То есть это не было недовольствие конкретно политической программы демвыбора России, допустим, вместо демвыбора, можно говорить, там, например, «Вперед Россию», Федор, к примеру, вот, которая программа была более, так сказать, радикально-либеральной, или за Явлинского, который, наоборот, был, по сути, социал-демократом по программе экономической. Он так не назывался, но, тем не менее, по сути, была обычная европейская социал-демократическая программа. Вот. А вот это было, наверное,
некий как раз сигналом того, что вот консенсуса в обществе с одной стороны нет, а с другой стороны его технически это привело к усилению, дальнейшему усилению президентской власти в ущерб власти парламентской. И вот, на мой взгляд, вот этот процесс выбора продолжался в России очень долго. И закончился он, наверное, даже не Крымом, а закончился, ну, позже. Позже, на мой взгляд, самая, может быть, ранняя дата – это дата убийства Бориса Немцова. Потому что это убийство, собственно, дало понять элите о том, что правила игры поменялись. Элита это услышала. Если вы посмотрите, после этого из политической сцены почти полностью исчезает Михаил Касьянов. Просто, ну, потому что всем стало понятно, что те некие договоренности о, по крайней мере, неиспользовании убийств против политических оппонентов, они больше не работают. Они больше не работают, жизнь стала другая. Поэтому вот та система, которую сейчас, так сказать, часто называют путинизмом, она возникла намного позже прихода к власти лично Владимира Владимировича Путина. То есть в 1999-2000 году никакого, так сказать, путинизма нигде не возникало, потому что Путин был кандидатом Гайдара, Чубайса, Березовского. Вот, поэтому и тот вот... несовершенная, ограниченная, суверенная демократия, которая была в 90-е годы, она никуда не исчезла. Она продолжала развиваться, жить некой своей жизнью, постепенно делая выбор в сторону уже в такой автоэтаизм, но тоже это был очень-очень медленный процесс. И вот эта система, которая сейчас государственно существует, она очень молодая, она бодрая, она развивающаяся, поэтому она стала результатом очень такого долгого и этапа неопределенности. Российское общество очень долго не могло выбрать, как ему развиваться дальше, в какой стране оно хочет жить дальше, и выбор оно это сделало, выбор сделало очень недавно. Вот, поэтому, не сказать, когда вот сейчас ряд известных людей, тоже можно послушать Невзорова или кого-то, делают прогнозы, так сказать, некие заявления о том, что скоро должно что-то измениться, так сказать, они во многом исходят из того, что уж больно долго Владимир Ильич сидит у власти, уже больше 20 лет, это уже, так сказать, такая старая история. Но это совершенно неверное мнение. Почему? Потому что история очень молодая. То есть в России вот современный такой тоталитарный режим, он только-только возник, он еще находится на взлете, на подъеме. Если посмотреть на историю, опять же, надо понимать, что насильно его свергнуть невозможно из-за ядерного оружия. То есть никакого аналога, так сказать, там, свержения Пол-Пота или Гитлера, или даже Муссолини, скорее всего, в данном случае невозможно. Почему? Потому что ядерное оружие, понятно, что никто Москву брать не будет. Никогда, ни в какой ситуации. А если посмотреть на те режимы, которых не свергали насильственным путем, то тот же генерал Франко спокойно правил больше 30 лет. В той же Эритрее, соответственно, уже 29 лет, 3 проигранные войны, и тем не менее выборов нет, человек сидит тот же самый, все спокойно, все стабильно. Вот, поэтому я бы сказал, что современная российская политическая система, она очень молодая, только что возникшая, и поэтому она не связана с личностью, и с возрастом, и сроком правления Владимира Владимировича. И с ним лично она тоже, она связана, но не совсем не так сильно. Вот, поэтому это результат некого очень длительного общественного процесса. Если опять говорить про события 22-го года, то тут надо заметить, что в 2020 году почему-то случилось ускорение процесса. Почему случилось ускорение? Что я имею в виду? Я имею в виду обнуление, потом попытка отравления Навального, потом его посадка, потом резкое ускорение принятия всех репрессивных законов, изменение в поведении полиции, вот, жесткое подавление любых выступлений. То есть в 2020 году то ли было некое внутреннее решение, то есть пошел процесс, пошел опять же изнутри, то есть от Кремля пошел некий импульс ускорения процесса превращения России в такую уже, так сказать, из такой некой ограниченной демократии, все более ограниченной всеми демократии, но все равно еще все-таки уже в такое нормальное, авторитарное, скорее, может быть, даже тоталитарное общество. И примерно в это же время начинается такая активная идеологическая подготовка общества к войне, к насилию. Скажем так, к насилию. Осенью прошлого года и в начале этого, сейчас
понятно, что неоднократно говорили с друзьями, знакомыми о возможной войне, и в частности такой аргумент, который был у оптимистов, которые считали, что все-таки это, ну, всего лишь порицание оружием, некое, так сказать, политическое, ну, шантаж такой некоторый, да, что войны не может быть, было представление о том, что общество, ну, недостаточно готово, то есть не видно такой подготовки к войне, как ее представляли, так сказать, люди, что вот, ну, так сказать, что ее, она ее не видит. На самом деле, я с этим мнением не согласен. Почему? Потому что если мы посмотрим, например, выступление, речь того же Владимира Соловьева, как такого одного из важнейших таких пропагандистов-идеологов, сравним с речами Геббельса довоенными. То есть не то, что он говорил уже после войны, во время войны, а именно до войны. То подготовка вполне себе была, и даже степень агрессивности у Соловьева была выше. Почему? Потому что для Геббельса вседавными врагами всегда, ну, соответственно, с немецкой идеологией были евреи, были масоны, ну, и немножко еще какие-то цыгане. Да. Но если говорить о тех странах и народах тех стран, на которые, собственно, Германия напала, а именно сначала готовила Чехословакия, потом Польша, потом Франция, то степень такой расчеловечивание украинцев, она была выше, степень агрессии украинцев была выше, чем по отношению к полякам или французам. То есть, по сути, действительно, если сравнивать с речами Геббельса, то во многом это очень напоминает отношение к евреям. По степени агрессии, скажем так. Поэтому, в общем-то, последние два года вот эта подготовка идеологическая к большой войне, большой, она вполне себе была. Это не означает, что она должна была, что она делала неизбежную войну, но тем не менее подготовка она существовала, и никакого, так сказать, никакой неготовки лично я не вижу. То есть, чтобы общество, скажем, не было готово к войне, оно вполне себе готовилось. Кажется, не готовило общество к войне, оно вполне себе готовило. Еще один момент, который, на мой взгляд, может быть, оказал влияние на решение Путина, это реакция общества на вскрывшийся в прошлой осенью пыточный конвейер, соответственно, в тюрьмах в российской тюремной системе. Почему? Потому что если посмотреть, что вскрылось, то вскрылось существование системы пыток заключенных в тюрьмах, причем именно важно слово «система». Потому что если посмотреть, откуда взялись эти, так сказать, гигабайты записи, они взялись из отчетности. То есть это не какой-то, так сказать, отдельный маньяк, это не какое-то единичное нарушение, так сказать, социалистической законности. Вот, это не какой-то единичный случай, а это именно система. В общем, система отстроенная, система с видеофиксацией, так сказать, пыток, система с видеоотчетами. Вот, и такая система, естественно, могла быть отстроена только самого сверху. То есть степень скандала, на самом деле, в сути, общества, она очень высока. То есть, по сути, общество узнало, что правоохранительная система Российской Федерации отстроила сверху донизу пыточный конвейер. И реакция общества была фактически нулевая. Она была очень славнее, поэтому что реагировали правозащитники, реагировали Запад, реагировали кто-то еще, но в общем-то, по сравнению со степенью вот этой вскрывшейся проблемы, реакция действительно, по сути, отсутствовала. То есть общество проявило вполне такое толерантное, спокойное и примирительное отношение к созданию государственной пыточной системы. Что, опять же, говорит о очень высокой толерантности к насилию в целом, потому что вот пыточная система внутри страны грозит гражданам этой страны. Это даже не по отношению к чужим гражданам, а по отношению к жителям других стран. Это внутри страны. И если даже внутри страны вот это не вызывает какого-то вот такого сильного отторжения, то в общем-то означает, что действительно вот степень толерантности к насилию, она очень высокая. Еще хотел пару слов сказать о том, о результатах опросов, которые сейчас проводятся, обсуждают, насколько можно им верить, нельзя им верить. Действительно, то есть многие очень
пишут и говорят о том, что результаты опроса ориентироваться вообще нельзя, не нужно. Почему? Основной аргумент, что очень высокий процент людей, где-то 80%, 82%, 84% отказываются отвечать на вопрос. И из этого делается вывод, что на самом деле эти люди не поддерживают войну или не согласны с политикой, но боятся и молчат, уж боятся, понятно, опять же, законы приняты и так далее. На самом деле этот вывод, как бы он не был приятен для, так сказать, либералов, сторонников позиции и противников войны, он, увы, совершенно неправильный. Почему? Потому что, когда вы проводите любой опрос, будь то по отношению к войне, будь то будет нравится ли вам шоколад, нравится ли вам, не знаю, там, кофе, что угодно, очень большой процент людей не захочет вам отвечать. Не потому, что им не нравится шоколад или потому, что не любят кофе, а просто потому, что они спешат на работу, потому что они решили, что им позвонили из рекламы на рекламщики, потому что им просто не хочется с вами говорить. И это абсолютно нормальная ситуация. 70-80-85% людей на любом опросе, абсолютно на любом, отказываются отвечать. Я видел два таких, ну, добросовестных исследований людей, вполне профессиональные, которые как раз пытались определить, ставили задачу определить, а стандартный метод. Опять же, проблема это не единична. Она даже не связана исключительно с репрессивными законами. Бывают случаи, когда люди в силу каких-то иных факторов, например, общественного мнения, там, неудобности в высказывании той или иной позиции, или что-то еще, искажая, это тоже может довольно сильно искажать те или иные результаты тех или иных опросов. Поэтому существуют, ну, проработанные, известные давно способы корректировки вот таких опросов, которые позволяют хотя бы оценить, насколько в реальности искажено. Ну, типичный пример – это опрос общественного мнения в России в 90-е годы о том, кто голосует за Жириновского. Потому что, несмотря на то, что Жириновский набрал много голосов, как бы считалось, многих неприлично за него голосовать. Поэтому получалось, что постоянно опросы показывали ему меньший процент, чем он в реальности получал на выборах. Поэтому в данном случае такие исследования было проведено. Я видел, по крайней мере, два исследования. Одно было на данных апреля, другое на данных мая. Вот, и они показали примерно одну и ту же результирующую, очень близкую результирующую цифру. Насколько все-таки влияет вот эти репрессивные законы, вот этот страх, насколько он влияет на итоги опросов. Он влияет, безусловно, не может, наверное, не влиять, потому что, ну, при таких законах действительно, ну, надо 7 раз подумать, прежде чем ответить, что тебе что-то там не нравится в политике президента. Но, тем не менее, первая группа получила доверительный интервал от 8 до 12%, вторая где-то от 11 до 14%. То есть это насколько нужно скорректировать вниз результаты опросов о поддержке войны. То есть корректировать, безусловно, можно, это как бы результат какой-то есть, но это ни в коем случае не превращает поддержку войны в меньшинство. Это ни в коем случае не близко даже к тем 80%, которые я иногда вот слышу, так сказать, в Ютубе, это достаточно уважаемых людей. Вот, то есть никакого основания считать, что большинство населения войну не поддерживает просто потому, что большинство и подавляющее большинство отказывается от опроса, никакого основания на самом деле нет. Опять же, если говорить, например, о том, какая вообще поддержка необходима для войны, то, во-первых, можно смотреть на аналогии. Сколько немцев поддерживало нападение на Польшу и начало Второй мировой войны в сентябре-октябре, там, на ноябре 1939 года. Вот у нас нет никаких оснований считать, что это было хотя бы простое большинство. Почему, например? Потому что когда лично Адольф Гитлер в момент войны выступал с речью в Берлине, соответственно, на центральной площади, с балкона, это было самое провальное выступление фюрера, наверное, во всей его политической биографии. То есть все участники и наблюдатели говорят, что по итогам вот этого выступления раздались крайне жиденькие хлопки из первых рядов, и дальше наступила тишина. Народ безмолвствовал. Такого провала у Гитлера не было, ну, наверное, там с 20-х годов. То есть никаких данных о том, что хотя бы половина немцев придерживали начала войны. Нет, конечно, им всем хотелось, так сказать, справедливости, им хотелось, чтобы немецкие земли вернулись в Рейх. Но
Гитлер постоянно говорил, каждый раз любой член заканчивался тем, что он всего этого добьется исключительно мирным путем, что ему до этого удавалось сделать. И Аншлюс Австрия, и Судетская область, и потом и ремилитаризация Рейнской области, все действительно к войне не приводило, и, соответственно, вот так возвращать немецкие земли в Рейх, да, население, так сказать, было в восторге и было готово. Но когда выяснилось, что началась война, отношение было совершенно другое. Тем не менее, это не помешало войне продолжаться 6 лет. Совершенно не помешало. То есть, когда, даже если опрос общественного мнения, даже официальный, покажут, например, что войну поддерживают уже там не 70%, или 75%, или 80%, там, не знаю, 60%, или 50%, или даже 49%, или сколько-то, это, в общем, совершенно не означает, что война должна завтра закончиться. И еще один такой маленькое замечание на полях, в том, что какие бы корректировки не делали у себя в голове, так сказать, те или иные статистики, те или иные специалисты, или там мы с вами можем о чем говорить, но с точки зрения принятия решения президентом России и вообще российской властью будут приняты к сведению исключительно официальные цифры. У меня нет никакого сомнения в том, что среди окружения президента нет ни одного человека, которому пришла в голову такая идиотская мысль, как в каком-то разговоре там, с Путиным или с кем-то сказать, что Владимир Владимирович, а вы знаете, вот из-за этих законов у нас, наверное, поддерживает меньше людей, чем показывают последние опросы в ЦИОМ. Ты уверен, что такой редкий случай, когда можно сказать, что уверенно, что такого человека его просто нет. Потому что то, что мы видели, допустим, на Совете Безопасности, я вообще не представляю, чтобы кто-то из этих людей был способен произнести эту фразу. Вот, поэтому любые решения будут приниматься, исходя исключительно из официальных итогов опросов. Вот, хорошо еще, если хотя бы они не будут приукрашены. То есть я еще не исключаю, что на самом деле, так сказать, при движении информации снизу вверх, ее еще и округлят в большую сторону, а не в меньшую. Причем сейчас этот процесс может даже быть сильнее, чем, скажем, был полгода назад, потому что если вы посмотрите, например, кадровое решение марта месяца, что интересно, кадровое решение было увольнение двух экспертов Совета Безопасности. Вот, как раз те два эксперта, которые, ну, сказать, относились скептически к вторжению в Украину. То есть, что это говорит? Это говорит, что, опять же, это эксперты, это не члены Совета Безопасности в какой мере. Они не голосуют, они просто должны давать свое экспертное мнение. В данном случае, в принципе, это ясный сигнал, что ну, не нужно хозяину противоречить. Вот, даже если ты эксперт, и даже если ты не голосуешь, даже потому что ну, добро это не кончится. Поэтому, в общем-то, на этом фоне считать, что кто-то будет в состоянии скорректировать, например, результат опросов в меньшую сторону, на основании этого попытаться сказать, ну, там, что-то там доказать, не доказать, соответственно, ну, это, на мой взгляд, вероятность этого в принципе равна, наверное, равна нулю. Ну, вот так, давайте по вопросам. Так. Так, ладно. Так, в итоге сторона под тем, что. Так. Так, ладно, давайте, пока вопросов так что-то не вижу, здесь вижу некую горячую дискуссию, так что пока, наверное, движемся по планам. Так, что еще можно сказать? Теперь давайте о том, как идет война. Как идет война, ну, в частности, как отношение к жителям занятых оккупированных территорий. Ну, во-первых, что нужно, опять же, отметить сразу? Заметки на полях, что во время любой войны отношение к жителям оккупированных территорий всегда будет хуже, чем к своим гражданам. То есть никакой надежды, никаких случаев, что отношение сотрудников правоохранительных органов или армии к жителям на занятых территориях будет хотя бы таким же, ну, такого, в общем, практически никогда не бывает. Опять же, во время войны растет степень ожесточения, убийство все более обычным делом, поэтому даже если командование армии честно пытается действовать строго в рамках закона, строго в рамках Женевских Гаагских конвенций, это не такая простая задача. То есть
Поэтому тут жителям оккупированных территорий всегда ничего особо хорошего ждать не приходится. Второй момент, что во время войны уровень насилия всегда постепенно растет. Любая армия в начале войны это лучший ее образец, который будет. Дальше будет все хуже, немножко хуже, сильно хуже, по-разному. Тем не менее, например, что российская армия марта 2022 года это лучшее, что увидит население Украины в ходе этой войны. Лучше и с точки зрения военной подготовки, лучше и с точки зрения дисциплины. Потому что любая война всегда ведет к постепенному падению дисциплины, всегда идет к постепенному ожесточению сторон. Ну, так же, как, впрочем, украинская армия, марта 2022 тоже лучше, так сказать, лучше, что будет во время этой войны. Вот, соответственно, вопросы, соблюдает ли армия России какие-то общепринятые правила, там же Гаагские, Женевские конвенции. Вот, к глубокому сожалению, нет. А почему я так считаю? Ну, считают в соответствии просто с официальными данными, как ни странно, Российской Федерации. Первый момент, который меня очень поразил в начале войны, это были еще первые дни, ну не первые дни, может, там недели две. Ситуация еще была абсолютно неопределенная с точки зрения способов ведения военных действий. И тогда я, ну, прочитал только в российской паблике о том, что украинский, что куда-то исчез мэр Мелитополя, украинский мэр Мелитополя, город был занят российскими войсками, он там, ну, жил, находился какое-то время, а потом он исчез. Но я абсолютно не удивился бы, если бы человек исчез навсегда, потому что Путин юрист, как он любит говорить, так сказать, в России, что он всегда, так сказать, делал все по бумажке, чтобы бумажки было, как комар нос не подточь, поэтому исчезать люди могут. Но, так сказать, именно бесследно и без, так сказать, без каких-либо следов, без каких-либо улик. Вот он исчез, проходит там сколько-то дней, 2, 3, 4, и вдруг появляется сообщение украинской стороны о том, что мэр Мелитополя обменен на российских военнослужащих пленных, или на военнослужащего, не помню. Когда я это прочитал, я был уверен с вероятностью 95%, что это украинский фейк. Я был просто, по этому почти не сомневался. Почему? Ну, потому что понятно, потому что похищение гражданских лиц с целью обмена их на своих военнопленных является еще по самым первым конвенциям, даже по Гаагским, является военное преступление, то есть это, ну, недопустимо. Это однозначно, это просто, так сказать, такая иллюстрация к тому, а что такое государственный терроризм. Ну, вот, например, вот это, похищать людей и потом их с целью их обмена. Ну, вот это он и есть. Вот. Поэтому я был абсолютно уверен, что буквально, так сказать, через там, несколько часов будет опровержение российской стороны, которая, естественно, заявит о том, что никого не обменивали, что он был просто отпущен, что, так сказать, его поддержали по ошибке. Ну, то есть, у меня даже в этом было почти никакого сомнения не было. Я был очень удивлен, когда вечером Российская Федерация абсолютно подтвердила это. Вот, и мало того, когда мы дальше посмотрим списки обмена военнопленными, то с российской стороны там постоянно, ну, почти в каждом случае есть какое-то количество, не маленькое, даже не единичное количество гражданских лиц. Что, в общем-то, ну, ни в какие, так сказать, ворота не лезет. Вот, так сказать. То есть, в общем-то, однозначно это просто признание в таком спокойном, системном нарушении конвенции. Вот. Потом можно почитать различные заявления официальных властей ДНР и ЛНР. Ну, в частности, официальные власти ДНР сегодня делали заявление, когда как раз было гуманитарные коридоры в Мариуполе, это еще, ну, в начале, еще до последних, так сказать, последних штурмов, когда оттуда вот выводили людей, так сказать, мирные жители туда-сюда, вот они выявили, что в процессе фильтрации мирных жителей им были обнаружены 73 украинских националиста и расстреляны. Это было видно как некий успех, но при этом они сказали, что еще там сколько-то людям удалось уйти, поэтому они больше прекращают лес. Ну, в общем, было некое абсолютно спокойное официальное заявление. Что это означает? Что все, в соответствии с официальным заявлением властей ДНР, 73 украинских военнослужащих, которые, потому что полк Азов — это обычный полк украинской армии, и, соответственно, на него распространяются все обычные правила в виде помещения к военнопленными, что 73 подозреваемых мирных гражданских лица, которые ДНР подозревала в том, что они на самом деле лица военные, были убиты. То есть это просто убийство гражданских лиц
если это лица гражданские, и убийство военнопленных, если это лица военные. Интересно, что вскоре после этого было заявление Путина, вот когда это был, опять же, вопрос был с Азовсталью, когда Путин, в числе прочего, вдруг предложил гарантировать жизнь всем сдавшимся в Азовстали. Это было еще до, так сказать, еще за месяц сколько-то. Вот. Интересно, что это заявление, на самом деле, абсолютно тавтологическое. Почему? Потому что, собственно говоря, сохранение жизни, не убийство военнопленных является, ну, обязанностью всех сторон, подписавших Женевский газ и конвенции, которые потом там, ООН и так далее. То есть, собственно говоря, ну, любой военнопленный, сдавшийся плен, в соответствии с конвенцией, ему должна быть однозначно сохранена жизнь. Вот, он должен находиться в лагере для военнопленных, где ему должна указываться медицинская помощь, часто, где должны допускаться представители Международного Красного Креста, ну, и так далее. Это, в общем, достаточно понятно, строго оговорено, и, по крайней мере, сохранение жизни в данном случае, ну, так сказать, как особая привилегия только в случае принятия некого, так сказать, предложения президента, смотрелось, ну, так сказать, и то, что странно, смотрелось достаточно характерно. Вот. Опять же, периодически российские официальные власти демонстрируют такое вполне, ну, демонстративное, я бы сказал, презрение к конвенциям, вообще к международным организациям. Ну, в частности, именно в день визита Гутьерреса генсека ООН в Киев, который прилетел из Москвы, так сказать, вот, приговорив сначала с Путиным предварительно, вот именно в этот день решили обстрелять Киев. Зачем, непонятно, что до этого неделю не обстреляли, после этой недели тоже не обстреляли. Вот. Но, видимо, так сказать, некая демонстрация, так сказать, отношения к ООН, ну, решили, так сказать, именно в этот момент нанести удар. Вот, если говорить вот о том, что развилось там в Буче, Бородянке и прочих местах, ну, насколько вообще возможно такую вещь подтасовать? То есть, можно ли устроить такую подтасовку? Я думаю, что нет, вот почему. Потому что как выглядит результат того, что военные пытаются что-то подтасовать, знают прекрасно все российские граждане. Почему? Потому что таким подтасовками постоянно занимается, ну как бы, не уж постоянно, периодически занимается российская сторона, и видно, что получается. Вот перед началом войны, что было? Было вторжение украинской бронетехники на российскую территорию. Были показаны, соответственно, фотографии вторгшихся, которые были уничтожены. Валя, на следующий день изучение фотографий выявилось, что эти тип БТР или БМП изготавливался только в России, что он на самом деле действительно имеет советскую, так сказать, предшественника, но не позаботились о том, что вытащить со склада советский, используя российский, который имеет характерные отличия, выяснилось, что российский. Была обстреляна российская территория, тоже это было 22 или 23 числа, показали по центральным каналам, все вот это какое-то вот здание такое деревянное, маленькое или какое-то, вот его обстреляли, вот было сказано, где это здание, дальше люди взяли циркуль, посмотрели вообще, с какой точки этот снаряд мог прилететь, и выяснилось, что неудачно выбрали место, что ни с одной точки, где были украинские войска, обстрелять невозможно. Вот из этого оружия. Потому что, ну, просто надо было в другом месте выбрать эту будку. Но не подумали, ну, с военной что взять. Ну, дальше постоянные документы из Мариуполя разные, так сказать, о том, какие, так сказать, ужасные твари эти азовцы, почему-то составлены на чистом русском языке, то есть украинские националисты только на русском языке пишут. Вот. Ну, недавно еще нашли на какую-то мину, прямо на остановке трамвайный троллейбус, нашли мину с надписью ВСУ, конечно, естественно, ВСУ всегда своими друзьями, но опять же проблема в том, что на украинском языке это не ВСУ, а ЗСУ. И мало того, что, так сказать, террористы оставили на мине свою надпись, что-то опять же оставили исключительно на иностранном языке. То есть, если вы думаете, что украинские военные делают такие вещи, где-то слушают российские, то это не так. Любой военному поручи вот такое сделать, у него то же самое и получится. То есть, если украинским военным поручить вот что-то красиво подтасовать, вот у них будут те же будки, те же мины с украинским названием, те же, будет то же самое. Если даже предположить, что там пригласили какого-нибудь там Оливера Стоуна снимать, так сказать, с голливудскими звездами какой-то суперфильм в какой-то отдельно взятой точке, например, в Буче, да, Буч был первым таким, первым прецедентом,
То, что интересно по поводу Бучи. Ну, во-первых, Буча сейчас интересна только потому, что она была первой, стала неким символом, как символ Станбухева, символ Освенцим. На самом деле, долю жертв гражданских лиц в Буче, в общем списке гражданских лиц, чьи убийства сейчас расследуются, сказать, украинской правоохранительной системой. Тогда приглашены, естественно, эксперты уже из Европы многие. Вот, но доля Бучи, она уже очень-очень маленькая. То есть, к сожалению, везде, где были российские войска, ситуация получается очень похожая. Они совсем одинаковые, но похоже, что под Черниговым, что под Киевом, что под Харьковом. В общем, эти Бучи уже, в общем, плюс-минус везде. То есть, я смотрел еще где-то в конце мая, получалось, что доля Бучи уже процентов 5. То есть, да, она звучит до сих пор, она является символом, но уже не более того. Интересно, что, например, если посмотреть на Первую мировую, то вот такой как бы немецкой Бучи был Лёвен в Бельгии. Вот Лёвен действительно был исключителен, потому что... К счастью для жителей Бельгии, к счастью для жителей Франции, все-таки уровень дисциплины был в немецкой армии достаточно высокий, и никаких вот массовых расправ, вот как системы с мирными жителями, их не было. Единственно, был один такой жуткий прецедент, был один вот такой случай с массовыми убийствами мирных жителей, с сожжением собора, с сожжением библиотеки, но... К счастью, он все-таки был один, и несмотря на то, что, опять же, он один, он никем не подтасован. Это не фейк, это действительно реальная трагедия одного города. Если, например, посмотреть события во Франции 44 года, когда как раз идет высадка в Нормандии, вот, идет сражение в Нормандии, идет, соответственно, ну, естественно, в этот момент все французские партизаны приходят в движение, потому что, собственно говоря, у них был приказ, они, сказать, ждали этой высадки, и вступают в бой с немцами, пытаясь предотвратить, замедлить их продвижение к месту высадки. Получается, трагедия тогда, это массовое убийство мирных жителей в деревушке французской Магнюшке Радур-Сюрглан. Вот убийство было совершено военнослужащими 2-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Дасрайх. Вот, командиром батальона тогда был некий Дикман. Вот, и он был заместитель, соответственно, это была расправа над в отместку за убийство немецкого офицера. Вот, тогда расправились со всеми жителями деревни, практически все мужчины были, женщины были перебиты, спаслось очень немного людей. Вот, но что характерно? Во-первых, что этот случай, он вызвал резкие протесты со стороны и генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, вот, и командование Ваффен-СС, и немецкого командира в Лиможе, Вальтера Гленниге. И в результате было начато расследование, была направлена следственная группа, и единственное, что его остановило, это гибель и Дикмана, и его заместителя, они оба погибли в Нормандии буквально в первые дни боев после прибытия туда дивизии Дасрейх. Также вообще вся третья рота, это именно третья рота совершила преступление, она понесла очень большие потери, и именно в связи с гибелью обоих обвиняемых, потому что в соответствии с тогдашним немецким уставом солдаты не несли ответственность за исполнение преступного приказа командования. И так как командование отдало этот приказ, и оба командира погибли, то тогда расследование было приостановлено. В дальнейшем оно было возобновлено уже после окончания войны, в соответствии уже с новыми французскими законами. И, соответственно, те солдаты, которые, ну, пережили войну, они были осуждены вот к различным срокам тюремного заключения. Вот. Но, тем не менее, характерный показатель того, что командование все-таки считает подобные инциденты недопустимыми и все-таки пытается их, так сказать, не допускать, является, собственно, действие военной юстиции, которая действительно начала свое расследование, и расследование при поддержке со стороны командования в целом немецких войск во Франции. Ну, соответственно, до сих пор я не слышал ни об одном случае расследования внутри российской армии. Мало того, так сказать, некоторые части, которые
находились на населенных пунктах, где обнаружено большое количество убитых мирных жителей, где, в общем-то, есть очень серьезные основания предполагать, что они были убиты российскими солдатами во время пребывания, то есть, включая и съемки спутников, включая и экспертизы времени смерти и так далее, вот, то ни о какой подобной реакции, никаких расследованиях я до сих пор ни разу не слышал. Вот. Опять же, характерна такая инцидент, ну, как сказать, характерный момент, это бабушка с флагом, такой знаменитый эпизод. Почему он интересен? Потому что в данном случае мы совершенно четко можем сказать, что это человек, который 24 числа относился к российской армии хорошо, который действительно ее вполне искренне ждал. Вот, и, так сказать, в данном случае нам известно ее настрой на 24 февраля. Потому что это действительно был, хотя сейчас она уже объясняет, что, в общем, не совсем хотел сказать, но в данном случае отношение к российской армии похоже на отношение русских мигрантов к Керенскому. Он действительно такой, там, в 25-м или тем более 30-м году, 35-м, ну, признаться, что в 17-м году ты надеялся и был в восторге и полагал свои надежды на Керенского, но это было очень больно, очень неприятно, и поэтому, так сказать, и среди людей, которые в 17 году искренне поддерживали Александра Федоровича, считали его вообще будущим России, считали, что его спасителем России и так далее, что среди них, наверное, процентов 90, хорошо, если не 95, какой-нибудь 25 году, те, кто остались живых, понятно, те, кто, вот, относились к нему совершенно иначе, им было очень неприятно вспоминать себя самих 17 года, им было, казалось, непредставимо, как вообще, ну, то есть это, то есть, совсем такое, вот, как сказать, забвение, в каком смысле честное, то есть они даже, ну, им было тяжело подумать, что это они. Тем не менее, вот эта бабушка, она в итоге оказалась на оккупированной территории, на занятой территории, и потом через линию фронта пробралась в Украину. Вот, поэтому, что их в Россию было проще и легче, но то, что она увидела в реальности, когда пришли российские войска, оказало такое влияние на ее, так сказать, на ее настроение, что она вместо того, чтобы спокойно поехать на север, взяла и через линию, ну, через некую зону боевых действий, уехала на юг, сейчас находится на Украине, и, в общем-то, объясняет, что он совсем не то имел в виду, что она прекрасна, что она, в общем, совершенно не хотела бы, чтобы российские войска к нам приходили. Вот, так что тут, опять же, такой мелкий характерный эпизод. Теперь по поводу мародерства. Мародерство тоже такой достаточно характерный момент. Почему? Потому что мародерство вообще по типу бывает двух типов. Значит, первый тип мародерства – это похищение небольших, дорогостоящих вещей. Типичная вещь, самая причина – это деньги, это драгоценности, обручальные кольца, какие-то, то есть маленькое и дорогое. Что характерно, полностью победить этот тип мародерства нереально. Это не значит, что командование не может ничего сделать. Оно может путем, ну, такой, жесткого отношения, жесткого требования соблюдения законности, оно может сократить его в 2 раза, в 3 раза, может быть, в 5 раз при драконовском подходе. Но убить полностью невозможно, потому что его очень сложно вскрыть, особенно деньги. Ну вот деньги и деньги, откуда они появились, непонятно. Золотые вещи, в общем-то, тоже. Поэтому это то мародерство, которое существует всегда. Оно может быть очень разное по масштабу, но вот полностью побороться с ним невозможно, поэтому сам факт существования мародерства первого типа, он ничего не говорит нам о позиции командования армией, о позиции в целом руководства. Оно допускает или нет? Оно может не допускать бороться, но полностью бороться невозможно. Мародерство второго типа – это похищение объемистых, больших, тяжелых, которых сложно скрыть, но не особенно, ну, разных вещей. Вот это мародерство, оно возможно только в случае лояльного отношения к командованию. Почему? Потому что украсть там 8 телевизоров, или украсть холодильник, или украсть 50, 60, 20 килограмм одежды, представляете, какой тюк 60 килограмм одежды, незаметно невозможно. Или там угнать машину. Если мы посмотрим, соответственно, что происходило в Беларуси, съемки в
белорусских компаниях, СДЭКи и прочее по отправке вещей видно, что привозили российские военнослужащие. Привозили они в том числе очень много объемистых вещей. Опять же, есть отчеты, там и сотни килограмм инструментов, это десятки килограмм той или иной одежды. Это различные телевизоры, ноутбуки в большом-большом-большом количестве. Это и морозильные камеры, это холодильники и прочее. То есть в данном случае этот тип мародерство возможно только при попустительстве командования. Потому что скрыть невозможно. Интересно еще то, что в данном случае вот эти вещи крали достаточно обеспеченные люди. То есть просто когда говорят про российскую армию, часто говорят, что это люди из бедных районов. Это правда. Действительно, в основном сейчас в российской армии служат по контракту люди из депрессивных, из регионов с низкой средним уровнем жизни. Там действительно служба в армии является одним из немногих социальных лифтов. Но эти люди сами не бедные. Это как раз богатая часть населения этих бедных регионов. То есть люди получают вполне достойную зарплату. Я не говорю зарплату, кучу, все от боевых получают. Вот. И они вполне в состоянии сами приобрести, так сказать, холодильник, телевизор, одежду для себя, для жены, там, для тещи, игрушки для детей. То есть это не ситуация, когда у людей, так сказать, это может первый и последний шанс вообще получить телевизор. Они могут позволить купить телевизор. Поэтому, когда такие люди совершают уголовные кражи, они должны быть полностью уверены и безнаказанности. Почему? Потому что если посмотреть российский уголовный кодекс, несмотря на то, что в нем отсутствует статья мародерства, но она не нужна совершенно. Потому что мародерство это является либо разбоем, чаще всего интерпретируют именно так. Почему? Потому что солдат обычно вооружен оружием. И, соответственно, наличие оружия фактически не является отягчающим обстоятельством, вообще неизбежно ведет к статье «Разбой». Да, но даже если статью более мягкую «Грабеж», то даже мягкая, самый минимальный срок по самой мягкой возможной статье в этой ситуации – это 2 года. Это 2 года. От 2 до 5. А если учесть, что боевые действия являются отягчающим, не смягчающим, а отягчающим обстоятельством, если учесть, что почти всегда солдат вооружен и статья «Грабеж» ну, мало применима, то есть скорее это разбой. Разбой – это от 7 до 12 лет, а отягчающий – от 8 до 15. Понятно, что ни один человек в здравом уме не будет воровать там, несколько телевизоров с риском сесть на 7 лет. Даже на 2 года не будет. То есть в целом это просто такой сигнал о том, что отношение к нарушению закона, включая российский, совершенно российский спокойный уголовный кодекс, оно, мягко говоря, очень-очень лояльное. Что опять же чаще всего ведет к тому, что отношение к нарушению всех законов, то желательно, что чаще, ну, как бы это вполне логично. Либо командование требует соблюдения законов, и тогда стремится соблюдать законы и в области мародерства, и в области отношения к населению, в отношении к военнопленным. И оно этого не требует, и тогда чаще всего нарушаются в той или иной степени все эти законы. И по мародерству, и по пленным, и по населению. Вот. Что еще можно сказать? Какие риски с точки зрения проведения операции стояли в начале перед руководством Российской Федерации? Вот один из основных рисков, который было невозможно заранее, так сказать, предсказать, это риск социальных связей. Почему? Потому что если сравнить вот текущую войну, наверное, с любым другим большим военным конфликтом, то такого количества прямых социальных связей, которое было между жителями России и жителями Украины, до этого никогда не было. То есть, например, в каком-нибудь там 1939-1940 году процент немцев, которые имели друзей, знакомых где-нибудь в Польше, во Франции, или там тем более в СССР, с закрытым железным занавесом, да, он был не просто меньше, был меньше там, да, в десятки раз. То есть, на самом деле, между Россией и Украиной просто исторически существовало очень-очень много связей. И родственных связей, и дружеских связей, которые, мало того, в последнее время они особо и не падали, потому что
люди общаются между собой сейчас в интернете, даже смотрю какие-нибудь там компьютерные игры, что-то такое, то характерно было, что россияне и украинцы зачастую играли вместе, дружили, играли в одних командах, говорится, лигах, там, как называется. То есть связи была масса. Мало того, никакого разрыва технически, никакой возможности технически разорвать общение не было, потому что есть телефоны, есть электронная почта, есть масса. Масса каналов связи, там и мессенджеры, Skype, Zoom, Viber, WhatsApp, что угодно. Поэтому в данном случае уникальность была в том, что любой житель России мог, ну, чтобы очень большой процент жителей могли спокойно позвонить другу, родственнику, приятелю на Украину и спросить, а что, а как, и что у вас происходит и так далее. Интересно, что похоже, российское руководство эти риски вполне осознавало. Потому что вот подобные ситуации, в общем-то, она действительно редкая. А вот такие связи считаются везде достаточно сильными. Потому что, например, на чем основана реклама? В рекламе они вообще пользуются крайне активно, потому что вообще все идеи вот рекламы с участием знаменитостей, вот там, когда слово инфлюенсеры, то есть пытаются использовать именно вот этот эффект дружбы, эффект прямой связи. То есть, чтобы человеку советовал что-то купить или, так сказать, или что-то сделать не некий, так сказать, неизвестный абстрактный персонаж, а человек, которого он может считать, ну, неким своим другом, пускай даже может и не понимать, или которого он считает неким особым, то есть у него к нему есть некое личностное отношение. Популярному актеру, который считает, что вот он-то знает, я его знаю, он хороший человек, вот к популярному футболисту, или к некому человеку, которому постоянно следит, которому пишет что-то, вот, например, там в Инстаграме, ну, к примеру, или где-то еще, кто-то ему отвечает, и возникает некий вот эффект узнавания, эффект знакомства. Вот этот эффект знакомства, та же самая реклама, используют очень активно, часто, и он действительно, ну, считается значимым. Интересно, что в один из первых дней войны, где-то, кажется, первые выходные или понедельник, что ли, после войны, было выступление Путина, а это был момент, когда уже Госдума готовила вот все эти репрессивные новые законы, ограничения, а Путин вдруг официально, сам лично, даже не Песков никакой, так сказать, и не кто-то еще, вдруг Путин заявляет, что вообще совершенно допустимы различные мнения в обществе по отношению к войне, вот, ну, к спецоперации, когда да, что вот вдруг президент допускает некую возможность, так сказать, разных мнений. Вот, про что шла речь, я думаю, что, ну, как бы вся внутренняя политика России говорит, она, знаешь, что это не имелось в виду право мнения там какой-то оппозиции, там, условно, навальнистов или кого-то еще, потому что у них, так сказать, право разных мнений, ну, сказать, да, давно уже тема эта закрыта, ну, давно, конечно, племя закрыта, но слова Путина, на мой взгляд, говорят однозначно об опасениях руководства возможности неожиданной, возможности негативной реакции на обстрелы городов, на гибель мирных жителей, потому что в данном случае обстреливают города, в которых живут друзья и родственники граждан России. Мало того, эти живут те люди, которым можно просто позвонить, написать, так сказать, письмо по электронной почте и получить некую информацию. Поэтому вопрос, справится ли пропаганда вот с этой ситуацией, вопрос был неясный. Вот, пропаганда не справилась. Потому что все вот опросы общественного мнения, вся информация говорит о том, что действительно подавляющее большинство этих связей сейчас уже разорвано. Вот что действительно российские жители верили телевизору больше, чем друзьям. Вот, и, соответственно, эта проблема, она была вполне успешно решена. Второй риск, который был в начале, который особенно был важен с точки зрения длительной войны, это какая будет реакция общества на гибель своих собственных солдат. Почему? Потому что если говорить, в какой момент стране приходится заключить мир, опять же, Россия есть ядерное оружие, поэтому война будет закончена тогда, когда Россия, как бы, ну, когда что-то нужно России, потому что в данном случае, так сказать, ядерное оружие обеспечивает невозможность какого-либо силового решения с другой стороны. Соответственно, решение о том, когда закончен, народ принято каким-то образом в Москве в какой-то момент. Когда может быть заключен мир? Во-первых, когда страна, когда общество, когда государство не может вынести ничего слишком большие потери. Причем потери, в том числе, которые морально общество не готово переносить. Потому что понятно, что
говорить о таких потерях, которых невозможно перенести страна там, с экономической точки зрения слишком много лет, это как бы огромная цифра. Вот. Поэтому здесь, собственно говоря, причин может быть три. Первое, один из примеров, который, кстати, является, например, Вьетнамская война, когда общество не готово нести такие потери дальше, считая их морально неоправданными. Второе, которое уж совсем сказать правда, нет пополнений, например, там Первая мировая, когда просто уже война на измор. Третье, когда есть проблема с оружием, вот, когда не хватает мощностей военного производства. И, соответственно, когда встает уже вопрос, что войну надо заканчивать, потому что, ну, так сказать, вооружение заканчивается. И, соответственно, опять же, это, скорее всего, ведет к все большим потерям. Вот, поэтому... Вот три из того, что общество будет морально не готово к гибели заметного количества солдат, он существовал. Тем более, что опыт войны в Чечне был скорее, в данном случае, негативный. Действительно, реакция общества на потери была достаточно болезненная, и поэтому, так сказать, опасения явно были. Ну, то я могу посоветовать просто посмотреть интервью еще довольно старое с Валентиной Мельниковой, она ответственный секретарь Союза комитетов солдатской матери, ну, Гордеевой. Почему я на нее ссылаюсь? Потому что она вообще, наверное, видит ситуацию наиболее общо, потому что она возглавляет самую такую большую организацию, которая всю жизнь занималась именно вопросом, соответственно, взяли ли военнопленных, вообще отношения к солдатам в армии. Вот, и она работает очень давно, она сама пережила Первую Чеченскую войну и Вторую Чеченскую войну, поэтому она может сравнивать. У нее есть возможность сравнить, что было, что стало. Вот сейчас ситуация действительно кардинально иная. То есть реакция общества на потери, она гораздо менее острая, просто намного менее острая. Родители и близкие, они явно, так сказать, не стремятся как-нибудь обострять ситуацию, они боятся, соответственно, каких-то возможных, так сказать, потерь, в том числе финансовых, скорее интересует все-таки вопрос денежный, поэтому вот то, что армия перешла на профессиональную основу, то, что она действительно заполнена сейчас людьми, в основном из депрессивных регионов, вот, людьми, которые пошли в армию, видимо, понимают все-таки, какие риски гибели, опять же, из семей, которые готовы влиять, то есть получается, что сейчас вот эта реакция, она явно намного ниже, она намного ниже, чем была в Первую и Вторую Чеченскую войну. То есть вот эти два риска, которые могли бы привести к необходимости быстрого заключения мира и прекращения войны, вот ни один из них не реализовался. То есть и реакция на обстрелы городов, на гибель жителей совершенно спокойная, хотя друзей там много, сейчас уже намного меньше, поэтому это уже никогда не восстановится. Реакция на потери солдат, тут вопрос, конечно, сложный, потому что это по отношению к профессионалам. Понятно, что если возникнет необходимость послать туда призывников, ну, это будет отдельная история, какая она будет, мы не знаем. Абсолютно, тем не менее, можно сказать, уверен, что она будет другой, потому что одно дело люди, которые, так сказать, понимают, на что и другое дело, просто некие призывники, откуда они пришли из самых разных регионов, самых разных, так сказать, семей. Вот, а в чем вообще были причины оптимизма Путина и его надежды на быструю победу? Ну, во-первых, действительно, никто особо не готовился. Даже посмотрим на бюджет Украины. Всего 3,1% от ВВП, даже меньше, чем в России. Ну, то есть, оснований считать, что кто-то готовится к большой войне, у него не было. Это правда. Второе, по-видимому, были большие надежды на коррупцию внутри украинской армии, действительно, на какое-то внутреннее, так сказать, выступление, вот, на каких-то пророссийских агентов. Почему я так могу сказать? Это по опыту Херсона и вообще выхода из Крыма. Потому что, конечно, если бы Украина хоть как-то готовилась к масштабной войне, то вот Крымский перешеек, вот этот Перекопский перешеек, с любой стороны закрыть это очень просто, дешево и надежно. И в любом случае прорыв через него в любую сторону, опять же, можно посмотреть историю гражданской войны, историю Второй мировой войны. Во всех войнах прорыв через Перекоп был очень сложной, очень серьезной операцией. И далеко не всегда завершался успехом. То есть, что гражданская война, что Вторая мировая, Перекоп, камень преткновения, ну, понятно, узкий перешеек, оборонять его легко. То, что
прошли сквозь него и дошли до Херсона фактически в то, там, через один день, но, так сказать, при малейшей подготовке это быть не могло. Третья причина, которая давала Путину уверенность в том, что даже если первые самые дни и недели пройдут не так, как хочется, но потом быстро будут достигнуты победы, это количество боеприпасов. На самом деле Украина имела очень, ну как сказать, имела, как и почти все страны, имела маленький запас боеприпасов. По сути, уже в начале апреля украинские артиллерии испытывают совершенно определенный снарядный голод, который продолжается больше двух месяцев. Иногда журналисты в мае и в июне, говоря про сражения на Донбассе, писали о десятикратном численном превосходстве российской артиллерии. Но при этом они часто используют термин там, пушки или там, стволы, и создалось впечатление, что дело в том, что у России там некое неимоверное количество артиллерии, а у Украины ее вообще нет, и, соответственно, вот в этом дело. На самом деле, количество артиллерии, естественно, было вполне сопоставимое, потому что там была примерно одинаковая численность войск, одинаковая численность дивизий. Естественно, одна дивизия в любой стороны имеет примерно одинаковое количество пушек. То есть никакого десятикратного преимущества в пушках там не было. Там было десятикратное преимущество в выпускаемых снарядах. То есть украинская артиллерия просто испытывала абсолютно конкретный снарядный голод, так сказать, образца 1915 года, имела очень ограниченное количество выстрелов в день. И, соответственно, количество выпускаемых снарядов действительно в течение двух месяцев на направлениях наступления российской армии на Донбассе отличалось в 10, а не в случае даже в 20, там 25 раз. Но это именно снаряды, а ни в коем случае не пушки. Вот. Ну и третье, что Путин рассчитывал, конечно, он не ожидал такой резкой реакции от Европы, от Запада. То есть он вполне логично, в общем-то, наверное, как и Гитлер в 1939 году, вполне логично считал, что та политика некого умиротворения, та политика символических санкций для успокоения, скорее, собственного общественного мнения, что она будет продолжаться и что, ну, опять расширят списки санкционных лиц, опять ведут какие-нибудь точные санкции на какие-нибудь военные заводы, вот, ну и на этом, в общем-то, все закончится. Вот какие результаты, во-первых, первых 4-5 месяцев, что они значат с точки зрения продолжения войны дальше, насколько вообще они влияют на войну с точки зрения именно возможности в долгосрочной перспективе. Вот если говорить про военные результаты, вот здесь, наверное, наиболее сильное разочарование для российского руководства. Блицкриг как таковой провалился. Одна из важнейших причин провала – то, что российская армия не нашла никакого способа вот такой маневренной войне бороться с джавелинами. Реакция населения на вторжение оказалась, ну, явно более негативным, чем ожидали. Видимо, ожидали какое-то повторение, может быть, 41-го года по отношению к немцам. Может быть, тот доделался даже на повторение Крыма 14-го года. Но, в общем, ни того, ни другого явно не было. Поэтому военные результаты, собственно говоря, попытка взять Киев провалилась. Попытка, так сказать, окружить группировку на Донбассе тоже провалилась, более локальная. В общем-то, маневренная война, ну, закончилась, так сказать, вынужденным отступлением на севере, так сказать, и стабилизации фронта на юге, на востоке. То есть, в общем-то, результаты какие-то есть, но явно не те, на которые изначально рассчитывали. Почему так можно достаточно уверенно сказать? Потому что, ну, в частности, из Кремля распространялась некая версия для успокоения населения о том, что война закончится точно к 9 мая. Она явно шла, так сказать, сверху в том числе, что, соответственно, поставлена цель, что все закончится. То есть, действительно, на, если не 3 дня, потому что на 3 дня это был, наверное, самый оптимистический сценарий, но, так сказать, на несколько недель, опять же, все знали, что украинцев снарядов примерно на месяц-полтора. То есть, в данном случае логично, если начинается 24 февраля, еще можно было рассчитывать, что где-то в апреле уже снарядный голод, тогда уж точно, так сказать, как-то добьем. Но так не получилось, поэтому военные результаты, они не очень, но с другой стороны, во время долгосрочной войны и многолетней войны непосредственные военные итоги первых недель и месяцев не играют большой роли.
То есть длительные войны выигрываются не за счет каких-то локальных или даже оперативных успехов и неудач первых недель войны. То есть, в общем-то, в долгосрочной войне, во-первых, конечно, экономика, она в среднем важнее, собственно, военной тактики военных действий, а с другой стороны, ну, на общем фоне первые недели большую роль не играют. Внешнеполитические результаты. Тут тоже явно результат был хуже ожидавшегося. Такой резкой реакции западных стран не ожидали. Почему я, опять же, могу более-менее довольно уверенно об этом говорить? Потому что можно посмотреть, где находились золотовалютные резервы. Если бы предполагали хотя бы возможность настолько жестких санкций, в частности, блокировки золотовалютных резервов, то, естественно, их бы перед войной не вывели полностью, наверное, невозможно, но как бы выводили из долларов евро явно сильно активнее, чем это было. То есть российские финансовые власти не сделали, по крайней мере, все возможное, чтобы вывести валюту. Госкомпании то же самое, то есть явно ожидали все-таки, наверное, это было логично, ожидали повторения предыдущей истории, то есть каких-то точных, символических, отдельных каких-то санкций, причем, наверное, не очень быстрых, то есть такая массовая санкционная волна, которая пришла, санкции уже вполне сопоставимые с теми, что были в свое время наложены Лигой наций на Италию после нападения на Эфиопию 1935 года. Вот, ожиданий таких явно не было. Я думаю, несколько такая истеричная реакция, в частности, Медведева, ну, например, как такого активной говорящей головы, она показывает то, что здесь тоже было некое разочарование. То, что касается экономики. Изначально вот эти неожиданно сильные санкции привели к некой легкой панике. Если посмотреть, например, на прогнозы российских даже официальных органов, там и Минфина, и Минэко, Центрального банка первых там недель войны, то прогнозы падения ВВП к концу года были свыше 10%. 10, 12, чуть ли не 15%. То же самое писали аналитики крупных брокерских компаний, крупных банков. То есть было ожидание, что из-за этих санкций случится экономическое, ну не то что коллапс, но в общем-то очень-очень серьезное падение. Но после первых недель все время эти прогнозы постоянно-постоянно улучшаются. Например, последний прогноз банка JP Morgan, что это не наш ЦБ, это американский JP Morgan, вот, он прогнозирует снижение ВВП Российской Федерации по итогам этого года всего-навсего на 3,5%. Смотрим, например, для сравнения, вот у нас цифры, кризис 2008 года, 2009 год, падение ВВП почти 8%. То есть, текущий прогноз JP Morgan, он в два раза лучше итогов 2009 года. Консенсус аналитиков сейчас находится на уровне где-то минус 5, минус 6, минус там 6,5. То есть улучшение в два раза, 2,5 раза практически за 4 месяца. Почему такое произошло? Ну, в целом это результат, во-первых, в первую очередь того, что была изначально переоценена степень взаимной зависимости российской экономики и мировой. Выяснилось, что вот в ходе вот этих многочисленных мелких постепенных санкций экономики уже оказались более изолированными и удар пришелся меньше. Второй момент – это реакция предпринимателей, реакция российских экономических агентов. В России какая-никакая, но рыночная экономика, хотя и ограничена в чем-то рыночная. И реакция оказалась достаточно быстрой и эффективной. Предприниматели, которые сначала были явно в некотором шоке от происходящего, даже раздались такие вялые, так сказать, повизгивания от Дерипаски, от Катеринов Лукойла, которые даже, так сказать, пытались что-то там слабо возразить как-то, так сказать, некий бут на коленях своего рода. Сейчас он закончился полностью. Никаких каких-либо значимых, так сказать, возражений уже нет. И все занимаются совершенно деловым образом, увлеченно занимаются бизнесом, занимаются дележом активов, потому что выяснилось, что уходящие из России западные компании создают кучу активов. Сейчас, в общем-то, все предпринимательское сообщество крайне бодро настроено
делят активы, и, в общем-то, никакой сколько-нибудь заметной оппозиционности, никакой сколько-нибудь заметного возражения сейчас абсолютно нет. Все работают в новых условиях, все готовятся к многолетней войне, все готовятся к жизни в мобилизационной экономике и, так сказать, ну, занимаются своим делом. Вполне занимаются своим делом. Если говорить про реакцию населения, четвертая внутренняя политическая, то она вполне в рамках ожиданий. Опасения какие-то были связанные с массой соцсвязи с Украиной, они не реализовались. Население по-прежнему доверяет телевизору, доверяет, так сказать, государственным СМИ. Доверяет настолько, что до сих пор российские пропагандисты используют аргументы о том, что украинцы обстреливают сами себя. Почему я говорю до сих пор? Потому что, например, в Германии такое тоже было. И 3 сентября 1939 года немецкие газеты написали, что все сообщения о бомбардировке Варшавы являются, так сказать, польскими выдумками, что поляки сами себя бомбят. Вот. Но буквально и писали об этом несколько, ну, пару-тройку дней, но потом прекратили, больше это не возобновлялось. Почему? Потому что, ну, замеры общественного мнения, замеры реакции в обществе, которые регулярно делали, так сказать, немецкие соответствующие службы компетентные, то есть гестапо и прочее, они, значит, показали, что население в это не поверило. А пропагандисту и Геббельс был неплохим пропагандистом, потому что понимаешь, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы население теряло доверие к официальной информации, поэтому, так сказать, он, естественно, тут же прекратил, то есть немецкого доверия, так сказать, к информации об бомбардировке самих себя их ухватило там на несколько дней всего. Вот российская, ну, до сих пор как-то периодически такое продолжается. Если посмотреть, какие вообще причины для, скажем так, для оптимизма у российского руководства с точки зрения вот перехода к длительной многолетней войне. Ну, причин вот я насчитал, скажем так, 6. Первое — это то, что Украина очень сильно зависит от иностранной помощи. Поэтому, что сама по себе, с учетом имевшегося военного бюджета под целое прочее, Украина не в состоянии, то, что разница в 11 раз, старается в 11 раз, не в состоянии долго сопротивляться. Поэтому сейчас весь расчет идет на постоянную помощь со стороны других государств, со стороны граждан других государств. А эта помощь, она, естественно, зависит сильно от общественного мнения, зависит сильно от настроения. То есть это такая довольно сильная эмоциональная составляющая. Долгая война притупляет эмоции, притупляет ощущения, поэтому это четко, например, видно на примере гражданской войны в Испании, когда в реальности республиканцам сочувствовало гораздо больше людей, чем франкистам, но в течение времени вот такая помощь республиканской Испании, она все время падала, потому что, ну, люди привыкают, война становится обыденностью, опять же, случается, где будут какие-то кризисы, какие-то проблемы, и о войне будут забывать. То есть в данном случае, конечно, эта зависимость делает Украину более уязвимой к любым внешнеполитическим негативным факторам, а Россия в этом смысле пока самодостаточна. Пока самодостаточно. Даже если помощь потребуется, то это может помочь только из Китая. От Китая. А в Китае, опять же, общественное мнение роли не играет. То есть там надо просто конкретно договориться с Си. Это отдельная тема, сложная. Но тем не менее, Россия от общественного мнения не зависит. Украина зависит и зависит сильно. Вторая надежда, связанная именно с долгой войной, с войной, продлящейся как минимум до еще полгода, это надежда на холода, надежда на газ. На то, что Европа замерзнет и капитулирует. Надежда, правда, это одноразово. Надо понять, что, конечно, это ставка на одну эту зиму, которая в случае прекращения поставок будет, безусловно, очень тяжелой в Европе. Но следующая зима будет гораздо лучше. А еще там через пару зим эффект от этого просто исчезнет полностью. То есть, соответственно, эта ставка, она долгосрочная, но в пределах вот полугода. То есть, эта ставка именно дождаться зимы, дождаться холода и, соответственно, навязать свои условия на фоне холода. Дальше еще есть два очень важных стратегических преимущества России именно во время долгой-долгой войны. Значит, первое связано в первую очередь с фактором Лукашенко и с тем, что Украина не может наступать на российскую территорию, потому что, в принципе, понятно, что Россия имеет ядерное оружие, это оба фактора связаны с обладанием ядерным оружием. По сути, в текущий момент российские войска занимают вот этот фронт, где фронт непосредственно соприкосновения. Вот здесь Россия имеет возможность не держать ничего. Нет, она может что-то держать, не держать, но здесь войск может не быть. А вот Украина не может здесь не держать ничего, так же, как и здесь.
Потому что Россия в любой момент может вторгнуться на украинскую территорию. Украина нет. Поэтому, по сути, украинские войска, помимо боевых действий вот на всей этой линии фронта, вынуждены держать достаточно крупные силы еще вдоль всей белорусской границы и вдоль всей российской границы. Где российские войска могут присутствовать в минимальном количестве, в основном для того, чтобы отвлекать побольше украинских войск на себя. То есть в данном случае Россия все время держит, по сути говоря, большую долю своих войск на непосредственной линии военного соприкосновения, чем Украина. И так будет всегда. Так будет просто всегда, потому что, ну, так сказать, ничего с атомной бомбой тут не сделаешь. Четвертое важное преимущество – то, что Россия имеет возможность обстреливать украинскую территорию. Украина, опять же, нет. То есть Россия может систематически разрушать инфраструктуру и наносить удары по военным объектам в глубине территории и обстреливать просто города. Что как минимум будет оказывать постоянное давление на общественное мнение, на население, потому что люди, ну, тяжело месяцами жить под обстрелами, под угрозой обстрелов. И вот этот эффект ночных обстрелов, он значимый, потому что по сути в последнее время Россия начала использовать те ракеты, которые, ну, не позволяют наносить какой-нибудь серьезный урон военным объектам, потому что они просто не та точность. Например, ракеты Х-22, которые сейчас все чаще используются, они по документам, значит, у них точность попадания — это круг диаметром 5 километров, то есть радиусом, соответственно, 2,5 километра. Почему они такие? Потому что они в советские времена готовились для... Они имели ядерную боеголовку. Поэтому создание атомной бомбы, тебе такая точность более чем достаточно. Вот если, например, посмотреть, сколько таких ракет нужно запустить для того, чтобы хотя бы одна из них попала в военный объект размером километр на 500 метров, то есть вот военный объект длиной километр, шириной 500 метров, то есть прямоугольник, вот, объект очень крупный. Тем не менее, даже запуская ракету вот по такому объекту, это, конечно, зависит от того, какую форму имеет вероятность определения вот внутри этого круга. Вот, но тем не менее, если говорить какую-то, так сказать, оценки, то вероятность попадания, 50% вероятность попадания с учетом вот 40% коэффициента сбивания ракет, которая сейчас достигнет Украины, вот, нужно запустить 20 ракет, чтобы одна из них, чтобы с вероятностью 50%, одна из них попала в цель. То есть, с военной точки зрения, запуск таких ракет, он довольно бессмысленен. Если мы возьмем, например, какой-нибудь маленький объект, типа размером 200 метров на 200 метров, то там вообще там будет 200 ракет, то есть там будет безумное количество. Но любой запуск ракеты приводит к срабатыванию сигнализации, сигнализации во воздушной тревоге. То есть, люди просыпаются и идут куда-то в укрытие. Поэтому, что месяцами жить с еженочными воздушными тревогами, это просто тяжело. Тяжело, соответственно, это действительно такое важное стратегическое преимущество, потому что обратно ракеты полетит не могут, потому что есть атомная бомба. Вот, поэтому, что, безусловно, европейские партнеры и американские не допустят того, что Украина наносила удар по российской территории, сколько-нибудь заметно, и там могут какие-то пограничные мелкие обстрелы, сказать, полуслучайные, сказать, скорее уже, в данном случае. Но, тем не менее, ничего подобного России не грозит, и это, ну, важно, получается, что жители Украины месяцами будут жить вот такими еженочными тревогами, а россияне, сказать, будут совершенно спокойно спать, и, опять же, это не будет оказывать никакого давления на общественное мнение, на настроение, что Украина это не может не оказывать. Вот. Пятый фактор – это то, что все-таки то оружие, которое передает Украине, которое может передать вообще Европа и НАТО, оно скорее оборонительное. Причина та же самая. К большой войне никто не готовился. Расходы сократились по сравнению с временем холодной войны более чем в два раза. И, например, министр обороны той же Германии недавно признал, что количество боеспособных гаубиц калибра 155 мм, то есть стандартный натовский гаубиц, по сравнению с 1991 годом уменьшилось более чем в два раза. То есть реально на складах ничего особо нет. То, что есть, это все-таки более оборонительное, вроде, потому что, опять же, ну, в целом брать оружие будет НАТО. НАТО просто больше, то есть те же джавелины, которые сыграли большую роль во время отражения танкового наступления, так сказать, на Киев,
во время, если придется наступать украинцам, то их ценность, она, конечно, не нулевая, но она заметно меньше. Поэтому, в принципе, можно надеяться на то, что вот запасы оружия на Западе, на самом деле, который просто лежал на складе, который можно было использовать сразу, оно уже почти исчерпано. Дальше она что-то производит, но это все равно некий долгий процесс, многомесячный, опять же, естественно, вот этот 30 лет мира привели к резкому падению мощностей по производству вооружений, их просто на самом деле нигде в Европе и Америке особо нет. Они есть, но они такие небольшие, вот, потому что, ну, 30 лет мира, 30 лет мира. Вот, и потому просто, естественно, из-за того, что расходы на вооружение были маленькие, многие предприятия просто были закрыты, перепрофилированы, они уже выпускают давно мирную продукцию, вернуться к военной продукции просто не смогут. Вот, поэтому, в принципе, тут ситуация достаточно оптимистична, в том смысле, что надеяться на какую-то масштабную очень помощь Украине, масштабное наступательное вооружение, просто непонятно, откуда оно возьмется. С точки зрения комплектования армии, что, конечно, в момент критически важный, потому что призыв – это вход российского общества в новую реальность. Потому что сейчас для жителей России эта война – это некая война в телевизоре. Где тебя показывают, так сказать, красивые пуски ракет, так сказать, красивые удары, что-то рассказывают, но тебя лично это напрямую мало касается, потому что это далеко и обратно, кроме жителей Белгорода и приграничных регионов, никому обратно ничего не прилетает. То есть эта война, она идет, сказать, односторонне, где-то там далеко в телевизоре, и никакого риска лично для тебя или для твоих там детей его нет. Если начинается призыв, ситуация становится другой, потому что призывать могут уже и тебя, или, так сказать, твоих друзей, твоих детей, то есть это уже возникает, ну, реально некий личный риск, то есть это некая другая жизнь. Но, тем не менее, пока российская военная команда предъявляет достаточно эффективный, такой креативный, я бы сказал, подход к пополнению армии. И тут помогают два фактора. Во-первых, традиционное достаточно большое число депрессивных регионов. Регионов с невысоким уровнем жизни, где армия является одним из немногих социальных лифтов, где действительно, ну, люди готовы воевать за хорошие деньги. Опять же, где семьи... Для семей 12,5 миллионов, которые сейчас платят за погибшего военнослужащего официально, это очень много. Это очень много, и, в общем-то, они, так сказать, готовы рисковать. Причем экономический спад, который сейчас будет, наверное, неизбежен. Надо понимать, что, конечно, даже если ВВП упадет, например, там, на 3,5%, это не значит, что доходы населения упадут тоже на 3,5%. Это будет то же самое, что бывало и раньше, то есть во время... войны, естественно, если будет ВВП минус 3,5, значит здесь будет, ну, минус 6, минус 5, минус 7, сколько-то, но будет больше. Это неизбежно, во время войны всегда так, то есть тут никуда не денешься. То есть доходы населения, безусловно, упадут. Но основания считают, что будет катастрофа, но доходы населения тоже нет, скорее всего, ну, 6-7-8% вряд ли больше. В целом это может даже способствовать дополнительному притоку людей в армии, потому что уровень жизни снижается, ну, большее количество людей, может быть, захотят, так сказать, работать хорошие деньги на войне. Кроме того, в последние недели начинают использоваться активно российские тюрьмы. В настоящее время в российских тюрьмах находится около 470 тысяч человек в совокупности без разбивки мужчин и женщин. Из них большинство, естественно, мужчины, то есть у меня примерно 360-370 тысяч это мужчины, может быть, даже больше. Вот первые результаты по тем колониям, в которых активно присылали, так сказать, агитаторов от... соответственно, военных компаний, они дали результаты по разным информации. Информацию я беру с ГУЛАГа, нет. Почему? Потому что если люди смогли все время вытащить гигабайты пыток, ну, значит, у них какие-то источники есть. Они дают цифру от 10-20%. То есть при активной разработке в некоторых случаях до 20% заключенных соглашаются на службу в армии, тем самым, чтобы послужив там по полгода, получить снятие судимости. Опять же, естественно, в основном соглашаются наиболее тяжелые, это, естественно, там убийцы, грабежи, изнасилования. Почему? Там, ну, на торговле серьезные. Почему? Потому что у них сроки длиннее. Поэтому, что в данном случае, так как идет обмен, списывают весь срок, но за полгода, ну, соответственно, если человек остался сидеть там несколько месяцев, поэтому он туда не пойдет, скорее всего, а вот
если ему там сидит 10 лет, ну, это серьезный аргумент. С учетом этого можно сказать, что только в тюрьмах некий такой потенциальный приток людей в армию, это от 30 тысяч до 70. То есть это вот такая оценка, просто основанная. То есть если удастся достичь везде цифры 20%, как вот есть уже такие прецеденты, то в общем-то ну 70 тысяч пополнения только из уголовников. Вот. Кроме того, есть ипотечники. Сейчас я уже вот признавался, что звонят просрочным ипотечникам, предлагают, так сказать, службу. То есть, ну, в общем, такой действительно вполне себе креативный подход, вот, который, наверное, может позволить в течение длительного времени не использовать призыв. Соответственно, для жителей России это будет оставаться вот такой красивой колониальной войной где-то в телевизоре без какого-либо личного риска в отношении себя или в отношении членов своей семьи, в зависимости от каких-то близких друзей. Вот, поэтому, в принципе, это те факторы, которые, ну, которые те преимущества России, которые она имеет именно в случае вот такой длительной, возможно, многолетней войны. Вообще, если говорить про возможные сценарии конфликта дальше, то, что видится, наверное, как самый, ну, как бы один вариант, поэтому ядерная война, быстрый, и, так сказать, видимо, ну, про него говорить бессмысленно, потому что прогнозки строят на него бессмысленно. И, ну, так сказать, все, что можно посоветовать, это, наверное, так сказать, если у вас есть какие-то старые мечты, которые вы хотели реализовать, ну, может быть, стоит это сделать сейчас, если это, не сказать, какие-то разумнее не откладывать на будущий год. Потому что понятно, что у всех жителей Земли, включая нас с вами, вероятность смерти в ближайшие 12 месяцев, она сильно выросла. Там, для старшего поколения выросла раза в 3-4-5, для среднего возраста, наверное, там, в 10-20, для молодых, наверное, раз там, в 50-100. Вот, поэтому, ну, просто в силу вот этого факта. Вот, но наиболее вероятный, на мой взгляд, это вариант такой вполне ирано-иракской войны, то есть долгой, которая длится будет как минимум много кварталов, может быть, и много лет. Вот, ну, в пользу этого варианта как раз говорит вот этот некий набор российских преимуществ, поэтому этот вариант для России, он не то чтобы хороший, наверное, но я думаю, это тот вариант, к которому руководство склонилось сейчас и который, в общем-то, готовится. Как вариант какого-то внезапного крушения фронта, ну, я считаю довольно маловероятным, потому что единственный фактор, который может резко влиять, это резкий рост дезертирства, какого-то перехода, так сказать, на сторону противника или сдачи в плен, но для этого, ну, не очень понятно основание. Главное, я не вижу никакой целенаправленной, допустим, работы с украинской стороны, потому что понятно, что если на это делать ставку, то это нужна, так сказать, ну, какая-то активная пропаганда, нужны специальные законы, объявляющие, так сказать, там, полную амнистию всем сдавшимся, это что-то такое, ну, этого нет, и, ну, и, так сказать, это сложно предполагаемое, с одной стороны, которое всегда бывает неожиданно, но оснований для такой неожиданности пока я особо не вижу. Ну, вариант итальянский, как с Муссолини, что будут некое, сказать, событие внутри Российской Федерации, ну, опять же, на мой взгляд, крайне маловероятно, потому что, во-первых, и в Италии в 43-м году, и в Германии операция «Валькирия» в 44-й год, это было, во-первых, на фоне очень долгой и тяжелой войны, которая шла много лет, и которая привела к огромным потерям, и которая было почти невозможно было выиграть уже. Была ситуация почти неизбежного поражения. То есть такой ситуации в России в принципе быть не может из-за ядерного оружия. Второй момент, что это было в Италии в ситуации консенсуса общества о необходимости мира. Почему я могу говорить уверенно про консенсус общества? Потому что если мы посмотрим, что произошло потом, когда немцы оккупируют большую часть страны, назначают уже марионетку, уже Муссолини как марионетку во главе вот итальянского социального государства, то видно, что в этих оккупированных территориях его поддерживает очень небольшая часть населения, что количество даже партизан превосходит все то, что ему удается нанять в свои, так сказать, полицейские или военные части. То есть, в общем-то, действительно, ситуация как раз на той территории, которая осталась под контролем немцев, осталась под контролем вот этого марионеточного правительства, она показывает, что реальной поддержки Муссолини уже не было. Ну и третье существенное отличие, что там был некий орган, который не был парламентским, там, демократическим, но который существовал коллегиальным,
это высший фашистский совет, который имел, с одной стороны, полномочия для смещения дучи, с другой стороны, он состоял из тех людей, которые, в принципе, могли принять некое самостоятельное осмысленное решение, которые были не пустыми людьми, и которые это решение, в общем-то, приняли. Там же было 26 человек, 18 голосовало за Стримусоль, один воздержал, 7 против. Вот, то есть это был некий орган, состоящий из людей, которые могут, так сказать, что-то принять. Ну, если посмотреть на заседание российского совбеза, ну, я там, честно говоря, не вижу ни маршала Бадолья процессуального, ни, так сказать, ни Чана, то есть, собственно говоря, кто эти люди, ну, и поэтому, опять же, непонятно, что вообще это за орган. Вот если исходить из ирано-иракского сценария, то, наверное, наиболее близкой некой точкой, возможной точкой мира, это, может быть, начало будущего года или там первое полугодие будущего года, связано с двумя факторами. Во-первых, исчечет, как бы сказать, закончится история с генералом Морозом, сказать, с вымораживанием Европы, то есть она либо, так сказать, случится, либо не случится, но, в общем-то, вопрос будет так или иначе снят. А второй момент, что при оптимистичных для Украины, так сказать, оценках, возможно, к весне будущего года в Российской Федерации возникнет некая проблема с военной техникой. То есть, если скорость выбытия техники останется на таком же уровне, как вот эти первые месяцы, это не очень вероятно, потому что Россия вначале войны наступала, а сейчас она в основном обороняется или ведет бои на ограниченной территории. Но тем не менее, если вдруг будет так, то где-то в начале будущего года, ну, возможно, по ряду элементов военной техники уже будет такая нехватка. И, соответственно, это может стимулировать как начало мирных переговоров. Но тут вопрос с Китаем. Потому что понятно, что если в этот момент Китай все-таки решает Россию поддержать, Китай очень много выиграл от войны, очень много, то китайских мощностей хватит очень надолго. И поэтому понятно, что в этом случае война может уйти практически сколько угодно. Какой вообще может быть сценарий заключения мира? Чем закончились первые попытки переговоров, которые были в марте, там, в начале апреля? На самом деле, результат первой попытки, они не такие плохие. По крайней мере, стороны уже согласовали два важных пункта. Первый – это систему международных гарантий для Украины, как замену вхождения в НАТО. А с другой стороны, вариант с Крымом. Поэтому этот вариант будет касаться всех территорий, которые останутся оккупированы российской армией по итогам мирных переговоров. То есть это некий универсальный вариант, когда тема отодвигается на много-много лет. Вспомним, опять же, историю с Гонконгом 99 лет. Вот такие прецеденты были. То есть решение, что мы тему не трогаем долго, 15 лет, 20 лет, 30 лет. Но это некий вариант взаимоприемлемый, позволяющий сохранить лицо всем, и который позволяет всем выдохнуть, и, так сказать, по крайней мере, это некое решение, наверное, приемлемое для обоих сторон. Приемлемое для обоих сторон. Тем не менее, вот эта первая попытка, помимо вот этих двух, наверное, позитивных результатов, имела еще один результат, на мой взгляд, стратегически достаточно негативный. Это то, что она полностью закрыла возможность для объявления победой какого-то мелкого успеха. Потому что понятно, что когда страна может, как правительство может открыть мир, ну, в частности, можно объявить победой что-то и сказать, что ради этого все и было, поэтому все хорошо, мы победили, и все. На момент переговоров каких-то объявленных целей войны у России, по сути, не было. Были некие абстрактные фразы, очень мало что означающие для населения. Но когда вдруг появилась возможность мира, когда вдруг выяснилось, что в Стамбуле о чем-то там, так сказать, начали договариваться, началось это, как бы явно проявилось, что это не было консенсусом внутри российской власти, начался жуткий просто вой, так сказать, российской пропагандой. Вот, не допустить, так сказать, ни в коем случае заключения такого позорного мира. И это была явная победа, так сказать, военной партии Ястребов. Соответственно, по сути, вот этот вой был неким объявлением глобальных целей войны. То есть, населению, читателям, зрителям объявили, что задача завоевать всю Украину, не больше, не меньше, а желательно еще и вообще дойти, так сказать, до Варшавы, а там дальше. Ну, то есть, в общем, ставки были подняты в населении очень сильно. И теперь возможности объявить какой-то
какой-то компромисс с триумфальной победой стал гораздо меньше, чем тогда. То есть тогда можно было некое компромиссное решение объявить целью к триумфальной победы, и теперь это сложнее. В дальнейшем Россия пока продолжает вот эту политику некого повышения ставок, потому что готовящиеся референдумы в Херсоне и в Запорожье тоже явно играют против такого сценария. По сути, это продолжение повышения ставок, потому что теперь уже, если Херсон официально объявляется частью России, то отдавать его уже совсем не камильфо. Поэтому, на мой взгляд, единственный такой проходной вариант, как подготовить население, как подготовить общество к какому-то компромиссу, это вариант с внутренним врагом. То есть воспользоваться, так сказать, неким успешным опытом, так сказать, Адольфа Элоизовича и Национально-социалистической партии Германии 20-х годов, когда после неудачной войны объявили, что во всем виноват внутренний враг, и на этом фоне, так сказать, собственно, Гитлер поднялся. Вот в принципе, чтобы вот активность населения, что вот этот массив слушателей Владимира Соловьева смирился бы с какой-то неполной победой на Украине или даже с какой-то неудачей. Мне кажется, один из возможных способов – это обратить его ненависть, обратить его энергию на врагов народа внутри страны. На интеллигентов, на ученых, почему на ученых, потому что у них самая низкая поддержка войны из социальных групп, может быть, так сказать, и какие-то национальные группы, хотя странно, я вам скорее сказал, что социальные, на больницах, на кого-то, кого можно обвинить, что из-за них-то все проблемы, что из-за них-то мы не выиграли, что вот они-то, так сказать, не знаю, что делали для врага-то, передавали ему сведения, шпионили, в общем-то, кого-то. Они-то, и вот сейчас мы сначала их должны разбить, уничтожить, ликвидировать, а потом-то мы уже, так сказать, все повторим и дойдем до Варшавы, до Лиссабона, до Нью-Йорка, до чего угодно. Вот, то есть в данном случае вот это вариант возможный для российской власти такого подготовки к выходу из конфликта, для того, что такое такая некая внутренняя цель. Причем я думаю, что в таком варианте заинтересованы могут быть все, потому что все как бы хотят люди сохранять лицо Путина, не хотят, но по крайней мере все хотят, никто не хочет, чтобы вот этот заряд ненависти, который силами пропаганды за много лет был создан, этот заряд неприятия, ненависти ко всему чужому, к иностранцам, к Европе в целом, так сказать, чтобы он опять выплескивался куда-то вовне. То есть в данном случае вот это направление его внутри, оно, возможно, достаточно выгодно всем и нормально всем. Вот. Тем более, я думал, у меня другого сценария, как выйти из войны, так сказать, чтобы население было радо при этом, а при этом мир был вполне компромиссный, потому что иной мир просто невозможно. Понятно, что иной невозможно только получить триумфальную победу одной из сторон. Вот. Триумфальной победы пока особо не пахнет, поэтому, а чтобы компромиссный мир как-то продать обществу, я лично вижу, наверное, только сейчас такой, сколько не реалистичный сценарий. Если говорить про результаты войны, я беру только те результаты, которые сейчас смотрятся как фактически уже состоявшиеся, или, по крайней мере, абсолютно неизбежные. Если говорить про экономику, то, наверное, самым негативным результатом, самым значимым результатом будет рост расходов, военных расходов во всем мире. И, соответственно, снижение уровня жизни. То есть то, что пережила Россия в период с 14 по 21 годы, вот это отставание темпов роста доходов населения от ВВП, предстоит всем странам, которые будут увеличивать расходы, а это, в общем-то, все страны, потому что вера в международные гарантии, международные соглашения, она очень сильно подорвана, и рост смотрится, в общем-то, по сути, неизбежно. Так что это вот основной, наверное, экономический результат, который сейчас уже есть. Второй, может быть, более мелкий, хотя может быть более значимый сейчас, но более мелкий, наверное, глобально. Это прекращение существовавшего 40 лет такого тесного газового сотрудничества между сначала Советским Союзом и Европой, а потом между Россией и Европой.
именно в начале 80-х годов были построены вот эта система газопроводов от Ямала до Европы, которая все это время работала, шла через Белоруссию, через Украину, вот, и которая, ну, давала России, соответственно, газовые доходы, а Европа обеспечивала важную часть снабжения ее ресурсами, важную часть соотношения с топливом. Вот это сотрудничество, оно, ну, в том виде, как было, оно закончилось. Потому что, с одной стороны, Европа уже не может себе позволить этого, потому что видно, что Россия использует как оружие однозначно. Поэтому, когда бы и что бы не закончилось, той доли, которую «Газпром» имел на европейском рынке 5 лет назад, 10 лет назад, она уже никогда не возможна. Ни одна из сторон этого не допустит. То есть, это... Вот, это состоявшийся факт, поэтому России сейчас нам придется строить новые трубопроводы уже в сторону Китая. Вот. И одним из результатов, кстати, этого разрыва станет то, что зависимость России от Китая, она, безусловно, сильно выросла. Она уже сейчас сильно выросла, и Китай вообще очень много выиграл, потому что, по сути, России сейчас очень сложно что-либо делать не в фарватере его политики, потому что, по сути, Китай остается главным источником валюты для России, главной страной экспорта, уже почти монополистом в этом, очень большую долю занимает, он так сказал большую долю. Сейчас Китай получил, по сути, такой вот сырьевой придаток в какой-то части в виде России, которому деваться некуда, и если у Лукашенко еще нет вариантов отойти от Путина, то у Путина уже гораздо меньше вариантов отойти в политический от Си, ну или от какого-то иного китайского руководителя. То есть Китай в данном случае, конечно, главный выигрыш, что логично, он в войне не участвует, и как и в случае со многими войнами, выигрывает там тот, кто стоит от нее как можно дальше. Пока красные, как и Китай, явно выигрывает. Если говорить про какие-то политические результаты, то уже состоялось снижение некого доверия, авторитета любых международных организаций соглашений, в первую очередь ООН. Красного Креста, всякие же Гаагские, Женевские конвенции, БСЕ и прочее. Понятно, что вот эти международные соглашения или организации, их авторитет, он явно упал и никуда не денешься, потому что он базировался на дипломатии, он базировался на представлении каких-то общих правил игры, не защищенных оружием, а теперь военные блоки. Видно, что военный блок гораздо значимее. Поэтому НАТО расширяется, и даже те страны, которые очень долго, столетиями проводили нейтральную политику, например, Швеция, она стремится туда попасть. Почему? Потому что понятно же, что ООН, ОБСЕ, Красный Крест, там все угодно, не в состоянии защитить страну от агрессии. Усиление Китая. Если говорить про внутрироссийские последствия, то, наверное, самое важное – это некое ускорение формирования такого нового, бодрого, молодого тоталитарного государства. Оно идет и на законодательном уровне, потому что здесь там, блин, это масса репрессивных законов свеженьких, новых, так и на уровне психологическом, потому что образ врага, постоянное накручивание военной тематики, внедрение военных элементов в школьное образование, в институтское образование идет полным ходом, и, соответственно, это тот процесс, который шел медленно, неторопливо в нулевые годы, шел медленно до 2015 года, потом он ускорился явно в 2020 году, и сейчас он еще сильнее ускорился. То есть мы получили такое ускорение на ускорение. Если говорить о каком-то социальном измерении, социальных последствий, человеческих последствий, скажем так, то интересным результатом может быть то, что Вторая мировая война в Европе наконец-то станет уже историей. Потому что с нее прошло уже 80 лет, но тем не менее она была последней большой войной на континенте. И говоря война, вспоминая о войне, все вспоминали, конечно, только про нее. Она не будет полностью заслонена текущей вот российско-украинской, но в значительной степени подвинута. И теперь уже война, про войну, про новую войну будут думать уже, смотря на текущие события. И действительно, Вторая мировая, видимо, станет уже некой, так сказать, историей, не забытой, конечно, абсолютно забытой. Но это как вот с Первой мировой, когда случилась Вторая, Первая мировая немножко отошла на второй план. Вот здесь, возможно, будет то же самое, даже тоже, возможно, видно, отчасти будет то же самое, что все-таки война, Вторая мировая, уйдет в зону уже исторической памяти, и она не станет, в меньшей степени будет предметом вот для текущей социальной, какое-то обсуждение в текущей социальной жизни.
Еще такое мелкое последствие для Украины, мелкое, может, не мелкое последствие для Украины, это случившийся очень резкий рост социальных прямых связей между Украиной и Европой. Если с Россией связи очень сильно сократились и разорваны, по различным опросам минимальная оценка процента разорванных связей процентов 65-70, то есть 2/3, некоторые исследователи говорят, что про 90%, то с Европой наоборот, из вот этой катастрофы социальной, из-за беженцев, массы беженцев, 6 миллионов беженцев, связи резко выросли. Например, по последним опросам, например, в Польше 77% семей принимают то или иное участие в помощи Украине. Кто-то принимает у себя беженцев, кто-то помогает деньгами, кто-то помогает вещами. То есть цифра 77% очень высокая. И если до этого вот этот, так сказать, европейский выбор Украины, он несколько противоречил, скажем так, вот прямым социальным связям, он противоречил, но он не поддерживал. То есть, с одной стороны, Украина в целом постепенно все больше стремилась к Европе, к европейскому пути развития, но при этом вот друзья оставались, естественно, на Востоке, потому что долгое время Россия и Украина были в составе одного государства, поэтому, естественно, связей много. Опять же, все знают русский язык, то есть все это сохранялось. Вот, получалось, что как бы друзья в России, а, так сказать, движение политическое. Сейчас ситуация менее противоречива. В России друзей стало намного меньше, в Европе стало намного больше. И это, безусловно, повышает и тягу к Европе, к Украине, потому что когда человек помогает другому, он всегда о нем начинает думать лучше. Это естественно. То есть оказание помощи ведет к взаимной эмпатии. Не только от получателя к отправителю, но и от отправителя к получателю. Поэтому вот этот огромный кризис беженцев, случившийся, он уже привел к росту социальных связей, и, соответственно, это несколько скрепляет вот этот выбор. Такая заметка на полях, что, возможно, мы видим некое воплощение мечты самых-самых первых славянофилов еще образца 1830 года, еще 20-х годов, славянофилов Речи Посполитой, которые в основном будучи жителями, соответственно, Польши, Белоруссии, Украины, они тогда думали над причинами гибели, распада вот государства этого Речи Посполитой. И тогда, ну, в частности, многие тогда говорили до сих пор, ошибка короля Сигизмунда, который, будучи воспитанником иезуитов в свое время, отказался от веротерпимой политики Великого княжества Литовского, начал проводить политику такой полонизации, политику поддержания агрессивного католичества, борьбы с протестантизмом, борьбы с православием, и внес вот такой раскол между Польшей, между польскими католиками и украинскими православными. Вот этот раскол, который мечтали преодолеть славянофилы первые, вот, которые видели будущее Восточной Европы в некой такой славянской, широкой славянской федерации, куда вошла и Польша, куда вошла Украина, куда вошла и Галиция даже отдельно, куда вошла Чехия, Белоруссия, и вот это, так сказать, такое славянские земли, вот сейчас, возможно, сделан шаг в эту сторону. Действительно, вот это многовековое, начавшееся так явно с Сигизмунда противостояние Польши и Украины, возможно, закончится, и вот эта мечта славянофилов, вот такой славянской федерации, получит определенное воплощение. Ну, для Украины, уже многие политики говорят, что это некое скрепление крови европейского выбора, ну, не люблю я слова, вообще скреплять кровью, что бы то ни было, но тем не менее, факт, наверное, да, люди то, за что заплатили дорого, ценят выше. Тут уж ничего не поделаешь. Мелкое, наверное, еще такое замечание на полях, что, возможно, текущая война, она не так плохая для существующих, безусловно, в России неких сторонников, как бы сказать, почитателей академика Сахарова, и вообще все равно еще, до сих пор еще разделяют некие его воззрения на жизнь, его воззрения на то, что должно быть, и воззрение на международную политику. Почему? Потому что это может быть неким аналогом «Хрустальной ночи» для евреев. Потому что понятно, что «Хрустальная ночь», несмотря на свою трагедию, несмотря на то, что были убиты десятки людей, она спасла жизни гораздо больше, потому что если до «Хрустальной ночи» ежегодно из Германии уезжало за год порядка 20 тысяч евреев, то после «Хрустальной ночи» она стала таким
пинком очень сильным, каждый месяц стал уезжать там 10-15 тысяч в месяц. И поэтому за те 10-11 месяцев, которые прошли от Хрустальной ночи до начала Второй мировой, Германию и Австрию, оккупированную часть, покинуло более 100 тысяч евреев, существенно более 100 тысяч, это чуть ли не 150 тысяч, да? Если бы не Хрустальная ночь, было бы точно меньше. Сколько сказать сложно, может быть, их было там 50 тысяч, может быть, 30, может быть, 70. Ну и стало меньше, я думаю, что сейчас, в общем-то, ну, эта война, она показала, что вот тот отказ от идей Сахарова вот 90-х годов, который многие надеялись, что он временный, что он, так сказать, не полный, что он все-таки полный, что он в частности включает и отказ от представлений о внешней политике, о безопасности, о безъядерном мире. Вот, и, возможно, это даст людям такой вот божественный пинок, и они могут принять те решения, которые резко изменят вероятность их выживания. Потому что, если посмотреть на историю тех же немецких евреев, то, в общем-то, если взять просто цифры 1933 года и 1945, то кажется, что все не так уж страшно. В конце концов, примерно половина евреев, которые жили в Германии на момент прихода к власти Гитлера, пережили Холокост. Просто эта половина состоит из 90% из тех, кто уехал, и где Холокост пережил там 90%, ну там 80%, потому что они попали под вторичный Холокост, уже кто-то ехал в Польшу, попал там, да, или во Францию. Вот, и там 10% выживших из тех, кто остался. Поэтому вот эти 50%, они, эта статистика, она крайне обманчива, она ничего не говорит на самом деле, происходило в Германии, просто потому что есть как бы статистика, разбивается на две совершенно не связанные группы с колоссальной разницей выживаемости. Поэтому тут я думаю, что эта война, может быть, спасет не так мало жизней людей в России. Так, теперь давайте постараюсь ответить на вопросы какие-то. Так. А то вот так, фашист, прими это. Так, если так сказать, это какая-то горячая, это самое. Все из головы. Так, дождь, я не смотрю, честно говоря, как-то время, честно, нет, что ДНР добьют. Так, ну, давайте, в общем, вопрос, давайте так, вопрос какие-то будут, пишите, потому что вот я... Потому что я вот вопросы, честно говоря, вижу скорее не дискуссии. Вот, поэтому пишите вопросы, если так, а, в Германии не сбросите от тяжести Второй мировой, в качестве идет к ее усилению. Так, смотрите, к Германии, я думаю, так, Германия, с одной стороны, безусловно, вот отчасти вот эта тяжесть моральная, которая на Германии, и вот это действительно немецкое чувство вины, очень сильное, оно очень сильное, очень старое, правда, очень сильное, потому что все люди, кто общался с немцами, однозначно фиксируют этот факт, и да, давно еще, вот, оно станет слабее, это правда, потому что в текущий момент немцы, помогая Украине, помогая и принимая беженцев, помогая и деньгами, помогая, они как бы оказываются на другой стороне. И опять же, действительно, эта война частично заслонит Вторую мировую. Эффект будет, насколько это приведет к усилению, понимаете, в Германии, по сути, настолько был сильный и долгий, и настолько резкий отказ от всей идеологии национализма, национал-социализма, которая была, что, честно говоря, мне сейчас кажется, что немцы, ну, совершенно не на острие потенциальной проблемы. То есть, может ли это быть, конечно, представить можно все что угодно. И, безусловно, ослабление чувства вины, наверное, будет отчасти способствовать вот какому-то усилению неких правых настроений, ультраправых, там, вот альтернативы для Германии. Понимаю, что, наверное, для нее это стратегически некий плюс, что, может быть, они будут получать несколько больше голосов, потому что те люди, которые сейчас за них не голосуют из-за их сходства с нацистами, они, может быть, ну, чуть более лояльно вот к этому относиться. Но я не думаю, что это сейчас какое-то значит, что Германия стала совсем другой. Она стала совсем другой, и все-таки прошло 80 лет. Просто, опять же, прошло очень много времени. 80 лет, это мы сейчас говорим даже не о родителях, не о дедах, вот современного поколения, так сказать, более-менее молодого, ну, не старого, а о прадедах.
То есть, он учит прадеды, это очень много. Опять же, учитывая то, что Германия прошла через поражение, прошла через денацификацию, очень серьезную, прошла через переосмысление, прошла через экономический успех на другой основе. Потому что у немцев появилась не только причина для некондиционального стыда и горечи, но и причина для гордости. То есть, на другой совершенно основе Германия добилась успеха. И поэтому то, что именно в Германии так много мигрантов, это просто говорит, а там действительно много и турок, много там, сказать, и русских, кого угодно. Говорит, и там действительно очень высокая толерантность, там вот это отторжение национализма, оно было, наверное, сильнее, чем в целом в Европе. Поэтому, ну, если даже оно станет там в чем-то чуть меньше из-за ослабления вот этого чувства вины, но я не думаю, что это будет какой-то такой значимый фактор, который кардинально изменит политику, так, ну, существенно изменит, потому что немцы очень сильно оттолкнулись от своего националистического прошлого. Так, Керченский мост, ну, знаете, во-первых, не понятно, видите, как мосты всегда чуть тяжело. Если вы посмотрите, сколько нечатный Антоновский мост долбят, и то ничего. Во-вторых, это, конечно, не конец истории. Кстати, из прикольного, первый мост на это был построен немцами в 43-м году, когда у них была вот эта группа, осталась армия на Таманском плацдарме. Вот первый мостик они построили, еще построили, кстати, буквально за 2 месяца. Вот, то есть этот мост, ну а что это мост? Все равно Крым брать военным путем, это почти нереально. В любую перекоп легко защищаемая вещь. А флота Украины нет. Поэтому, в общем-то, ну, будет удар, если вдруг долетит что-то до моста, будет удар, ну и что? В принципе, от Керчи до Тамани расстояние копеечное. Доставлять можно все, что угодно, любыми путями, там, на авиации, суда. То есть, в данном случае, мост, он скорее символ какой-то, но в реальности, я думаю, что его военное значение, оно очень невысоко. То есть, оно какое-то есть, но это скорее такой символ, что-то такое, а это конец истории. Иран и Иракскую. Знаете, может, подготовлю, да, если будет желание, наверное, Иран и Иракскую. 8 лет, кстати, 8 лет, вообще безумно. Потому что, опять же, вот был вопрос, может ли Россия воевать, сказать, долго. Вот Иран, казалось бы, там же 8 лет, гораздо меньшая страна, гораздо местная и не развитая. 8 лет непрерывной, полноценной большой войны. То есть, это 8 лет. Вот так, а как население примет поражение в войне? Ну, вот что такое поражение? Вот я и говорил в конце, что вот то, что, к сожалению, ожидания, они очень завышены. И поэтому, как принять вот тот, как бы, некий ход правительства, который, на мой взгляд, я вижу, вот лично я, это обратить внимание на внутренних врагов, это начать с ним борьбу беспощадную, это обвинить их в этой неудаче, в этом поражении, это пообещать, что вот сейчас мы с ними разберемся, и тогда-то в следующий раз дойдем до Лиссабона, ну и, так сказать, вот всю эту энергию обратить, так сказать, на внутренних врагов с внешних. Вот то, что сейчас кажется возможным путем, опять же вспоминаем успех Германии нацистов в 20-е годы, когда они, по сути, на такой очень простой и ложном посыле, потому что в реальности никаких оснований считать евреев виновными в поражении Германии в Первой мировой нет. То есть никакого такого объектива, сказать, что вот действительно из-за них-то все прошло. Нет, это просто вот был политический посыл, политический заказ, который, тем не менее, к чему в итоге привел. Вот, поэтому в данном случае это вот то, что. Так, а чем в Украине большая донбасская группировка опять и против, то есть война слишком меньше, война больше неизбежна. Слушай, а значит большая донбасская, потому что Украина была, рядом с Украиной находилась некая территория, занятая вооруженными людьми, где-то хорошо вооруженными, которые территорию отвоевали у нее, которые отказывались ввести миротворцев ООН, потому что Украина, собираясь, то ли 4, то ли 5 раз предлагала России в переговорах согласиться на введение миротворцев ООН, чтобы все-таки разделяли группировку не просто там несколько десятков, там 3 десятка или 4 наблюдателей ОБСЕ безоружных, которые просто фиксировали некие, так сказать, там, были некой третьей стороной, фиксирующие обстрелы, какие-то события, да, но там стояли некие войска официально ООНовские, что все-таки это самое, но Россия все время отказывалась. Поэтому вот у Украины был вот этот сосед вооруженный, который,
который занимал часть территории, который знает, что делать. Поэтому где еще войска держать? В данном случае, ну что, Украина построила там оборонительные позиции серьезные, которые сейчас до сих пор вот взламывают, пытаются. Вот. И войска там удержала, потому что оттуда, ну, там была некая вооруженная сила, которая может напасть. Поэтому они, собственно, и там и стояли, а где им еще было как бы стоять. Но при этом Украина же не выводила, допустим, расходы бюджета до там, 6-7-8% ВВП. То есть они были сначала вообще смешные, там процент полтора, а потом доросли вот до 3%. Ну, в общем, это, как бы сказать, ну, это расход все равно оставались там в 11 меньше, чем Россия. И, в принципе, подготовку к нападению, ну, а чем, опять же, как можно готовиться к нападению, не заготовив снарядов? То есть Украина действительно, вот она постреляла активно месяц, и возникла снарядный голод. Потому что уж если страна готовится к нападению, то, наверное, снарядов она заготовит, ну, в первую очередь. Потому что напасть и через месяц столкнуться с нехваткой снарядов, ну, как бы, ну, не такие же они идиоты. Вот. Так, не модернизируется Европа вокруг Германии. Ну, возможно, тут сложно. Вот эти последствия, просто я, так сказать, не хотел бы рассуждать о каких-то вещах, где очень много вариативности в будущем. Потому что, может быть, Германия может быть. С другой стороны, масса чего может быть? Может быть, например, для Восточной Европы таким центром станет притяжение, например, Польша. Тоже нельзя исключать. То есть здесь вот, здесь, на мой взгляд, это как бы тут, я не сказал бы, что это некий неизбежный или почти неизбежный вариант. Резко прекратится вялотекучка конфликта пару месяцев. Обе стороны могут объявить победу. Но это такой вариант, наверное, есть, но не очень в него верится. Честно говоря, вот почему. Потому что все-таки, с одной стороны, статус-кво с оккупацией всей вот этой территории Херсона, Запорожья, России пока на Украине политически неприемлем. Он неприемлем, и, так сказать, и с другой стороны, это победа России, все в Европе боятся, что вслед за ней, что это вызовет действительно некое продолжение военной истерии, и затем будет далее везде, то есть через пару лет снова нападение на Украину, или на Прибалтику, или Финляндию, до кого угодно. То есть в данном случае, вот вариант статус-кво пока это считается такой вот явной победой России, если будут на этом договариваться. И думаю, что он пока в Украине, то есть он пока, мне кажется, маловероятно. То есть тот вариант, на котором сейчас можно было бы договориться, на мой взгляд, то есть тот некий компромиссный вариант, который возможно было, наверное, подписать вот, так сказать, в сентябре условно, это вариант, Россия отдает, так сказать, все, кроме Луганской части, то есть Россия, скажем так, получает какие-то территории перерасчения внутри административных границ Луганской и Донецкой областей, возвращает все остальное и договариваемся, так сказать, 20 лет, вопрос не понять, или 30 лет. Наверное, сейчас это было бы как-то проходимо в реальности. Но это будет означать отдачу того же самого Херсона, Каховки и чего-то там еще. То есть это в данном случае продать как победу. Это можно было, наверное, на мой взгляд, можно было продать как победу в апреле. Сейчас это, наверное, сложнее. Поэтому, ну, я пока не очень вижу, и главное, я пока не очень вижу подготовки, потому что сейчас Россия скорее хочет все-таки Херсон за собой совсем застолбить, то есть провести референдум, после которого как его отдавать. Поэтому, если бы не было подготовки референдума, можно сказать, что Россия к этому как-то готовится рассматривать варианты. Сейчас, ну, непонятно. Сейчас, мне кажется, пока идет все-таки некое повышение ставок. Что выиграл Китай? Китай выиграл на самом деле очень много. Значит, что давайте перечислять. Ну, первое, Китай получил возможность покупать кучу российского сырья со скидкой. Это просто прямой экономический выигрыш, потому что сейчас цена российской нефти, продающаяся в Китае, примерно на $30, на $35 ниже, чем цена аналогичных сортов нефти не российского происхождения. $30 на баррель нефти – это много, это, по сути, в полтора раза. То есть, и то же самое касается еще целого ряда продуктов. То есть Китай получил просто возможность покупать дешевле сырье, которое ему нужно. Второе, он получил резкое усиление своего влияния на Россию, потому что России сейчас деваться особо некуда. Так же, как когда-то Беларусь балансировала между ЕС и Российской Федерацией, так же Россия балансировала между ЕС и Китаем, сейчас баланс сильно сместился в сторону Китая.
влияние больше, понятно, тут второй выигрыш. Третий выигрыш – это то, что Америка явно отвлечена происходящим на Украине, и поэтому то противостояние с Китаем, американцы вынуждены его явно, так сказать, снижать накал, и, возможно, Китай под шумок попробует себе что-нибудь, так сказать, ну, наверное, худший для мира в целом вариант, худший вариант начала войны на Тайване, потому что тогда выяснится, что вся эта российско-украинская война, это была еще мелочь, потому что начнется потом. Вот, я надеюсь, очень надеюсь, что этого не произойдет, что все-таки новый мир, в который мы уже вошли, он все-таки будет не настолько новым, все-таки мы мировую войну прямо сейчас не получим. Вот. Но тем не менее, Китай явно переместился на второе место в списке приоритетов такого противостояния американцев и европейцев. Вот, и получил возможность в обмен на некое свои, так сказать, ну, получил возможность торговаться, скажем так. Теперь в обмен на менее активную поддержку России он будет получать те или иные экономические или политические плюшки. То есть тут в данном случае китайцы мастера дипломатии, я думаю, что они явно это воспользуют и явно смогут в обмен на те или иные решения, или вот не решения в отношении к России, получить те или иные преимущества. По какой причине никто не бил войну друг друга? Войну друг другу, знаете, в принципе, чисто юридически объявление войны стороной России означает обязательство введения военного положения, что в принципе ведет к некой, ну, массе ограничений для себя, включая пересечение границ и прочее. В общем, во-первых, Украина объявила военное положение. Вот, в принципе, это не особо нужно, и, похоже, власти не так хотят все-таки проверять лояльность населения таким образом, потому что это нет необходимости, скажем так. Россия все-таки пока для населения показывает войну как некую операцию в телевизоре, как какой-то аналог, скажем так, это аналог некой колониальной войны 18-19 веков, когда где-то там, далеко, некие профессионалы где-то воюют. Но при этом воюют только профессионалы, при этом население особых тягот не испытывает, да, может быть, налоги повысить немножко, но, например, война, та же англо-бурская, или особенно какие-нибудь мелкие войны в Индии, в общем-то, или даже, скажем, война крымская вот для англичан. Что это было? Да, повысили налоги, ввели его спецналог на войну, да, где-то там повоевали, воевали там профессиональные армии, никого не мобилизовывали, сказать, массово. Ну, даже когда англобурская была, там, правда, добровольцев было много, но все равно это были добровольцы. Ну вот, где-то там что-то далеко воюет. Вот сейчас пока власть России остается в этой концепции. И особой необходимости выходить не будет, потому что необходимость будет когда? Когда нужно будет объявлять призыв. Если выяснится, что ни уголовников, ни ипотечников, ни наемников из Сирии, ни, сейчас же пытаются еще предлагать большие деньги людям из Средней Азии. То есть, если вот всех этих людей не хватает, нужно вот уже совсем, чтобы войну продолжать, нужно призывать, вот тогда придется объявлять уже войну, военное положение и прочее. Но пока этого явно хотят избежать, потому что это будет означать выход на некое новое, в новую жизнь для населения, потому что личного риска, когда призвать могут каждого, ну, видимо, пока в этом не видят и необходимость, с одной стороны, потому что пока хватает желающих и так. Россия, опять же, управляет, по сути, длиной линии фронта, потому что линии фронта для Украины гораздо больше. Поэтому в этом смысле, ну, пока в этом нет смысла. Пока все-таки это есть некая, вот аналог войны, в телевизоре, войны в компьютере, где-то далеко, которая лично тебе не угрожает. Видимо, готовность испробовать все-таки на население войну уже, так сказать, с личной угрозой гибели, когда человек может быть призван независимо от своего желания и, так сказать, отправлен на фронт, ну, пока нет необходимости, ну, и желания особо нету. Так, вопрос. Так. Так что вопрос, почему нигде не вам нигде?
Задать, почему есть у меня там стоит ссылочка, ну, в описании канала. Я просто не ставлю ее в каждое видео, а так нет, ссылочка на канале есть там. Донат, например, даже рублевый вроде в мае что-то приходил, рубли еще в мае ходили. Может ли обрести вновь большой суверенитет, Александр Григорьевич? Знаете, я думаю, что скорее нет. Почему? Потому что для этого нужна поддержка населения. Я думаю, что он для белорусов, ну, понимаете, он по сути сейчас Беларусь оккупирована Лукашенко. Ну, как вывернуться? Я объясню, опять же, он еще сильнее завязывает во время этой войны, потому что с его территории обстреливали города, с его территории входили войска, то есть сейчас он, ну, он просто ему деваться некуда. То есть он сейчас не в состоянии, так сказать, он сейчас не рукоподражатый совсем. То есть для него ситуация стала еще хуже, потому что если до этого он был замазан только кровью, так сказать, белорусов, то сейчас он замазан еще кровью украинцев. То есть сейчас, мне кажется, его зависимость, она из-за этой войны еще выросла. То есть в данном случае он уже просто, по сути, аналог какого-то губернатора в России, потому что, по сути, он держится исключительно на российской поддержке, включая, в общем-то, военную и правоохранительную. Никакой информации о том, что в Белоруссии к нему, так сказать, есть какое-то приятное отношение, в общем-то, нет. И, ну, я не вижу, что, я думаю, что он, скажем, из-за того, что Беларусь активно участвовала, по сути, в этой войне, она еще сильнее оказалась связана с Россией. То есть я думаю, что по сравнению с тем, что было в январе, у него сейчас возможности меньше, чем было в январе. То есть какой-то приятный, ну, я бы скорее сейчас не видел. Так, заходите в канал. Так, читал статью Тони Блэра. Китай. Не проблема, основной смысл, как не надо воевать с Тайванем. Но я слышал, у меня такое стратегическое. В любом случае, Китай был проблемой и до этого. То есть то, что Китай проблема, это то, что она занимает огромное внимание было в Америке, в Европе, да, это и так, но просто сейчас ситуация, как сказать, Китай меньше внимания, чем было до этого, скажем так. Я не спорю, что одна из причин такого максимально широкой помощи Украине является в том числе то, что стремятся не допустить вот такого безнаказанной оккупации соседней страны, территории соседних стран, чтобы это не пошло по всему миру, чтобы это не началось, и в частности, в первую очередь, наверное, не пошло в Китай. Это правда. Но Китай все равно, понимаете, он сейчас просто как минимум может продать не поддержку России в обмен на серьезные экономические послабления. Вот то, что у него есть, просто эта карта лежит на столе. Поэтому что сейчас для того, чтобы Китай не помогал вооружениями России, что это вот не помощь, уже вполне продаваемая вещь, то есть за которую он сможет себе чего-то получить. И опять же, 30% дисконт на российскую нефть и, безусловно, очень льготные условия по газу, потому что деваться некуда. Но это тоже вполне конкретные, достаточно серьезные деньги. Это конкурентоспособность экономики в целом. Это удешевление китайской продукции по сравнению с продукцией других стран. То есть это вполне реальный экономический бонус, такие, ну, серьезные. Чем хочешь закончить? Знаете, я думаю, что там никакого понимания толком нет. В принципе, я думаю, что закончен хоть просто окончание войны. Я не думаю, что там в реальности кто-то испытывает серьезную надежду на смену режима. Я думаю, что это некие слова, которые говорятся иногда для местных избирателей. То есть, безусловно, скажем так, общество в Америке, в Европе, в Украине, конечно, было бы радо, так сказать, и счастливо свержению Путина и смены режима, и, так сказать, превращению России там, в демократическую страну и так далее. Но я не думаю, что это сейчас сколько-нибудь реалистично. Поэтому, думаю, цель войны – это просто война без победы, это завершение войны без победы, с тем, чтобы, по крайней мере, не было, так сказать, прецедента и не было желания у других, и в том числе у России, сказать, это повторять и начинать что-то снова. То есть, вот я думаю, что максимальная цель – это все-таки заключение некого мира, который бы все-таки не воспринимался как успех, который бы говорил, что все-таки, ну, не стоит вести завоевательные войны, не стоит ни Россию, ни Китаю, никому еще.
Вот, я не думаю, что кто-то в реальности верит, так серьезно рассчитывает на какие-то серьезные внутренние изменения, или тем более там на распад России, что такое. Я думаю, ну, я не думаю, что условия, тем более в условиях ядерного оружия, ну как это? Это, я думаю, что все, что хотят, это просто, чтобы была не победа, и чтобы другие страны, другие режимы не стали массово воспроизводить этот успешный опыт. Как думаете, связаны, знаете, я все-таки эксперт не по войне, честно сказать, не по военным вещам, я думаю, особо никак, потому что я пока на поле боя преимущества гиперзвукового не вижу. То есть оно вроде как есть где-то то ли в теории, то ли в каких-то экспериментальных образцах, но пока я не очень думаю. Я слышал эту версию, что нападение Путина связано в том числе, что он верит, что сейчас вот Россия имеет некий лак возможности, что вот преимущество в этом типе оружия, но я не думаю, что это, так сказать, важный фактор, на мой взгляд. Но опять же, я чисто по военному вопросу не эксперт. Конфликт с Казахстаном. Ну, возможен-то возможен, особенно если сейчас Украина чего-то оттяпает, то дальше, соответственно, тот же Соловьев уже начал рассказывать про Казахстан. Лидером населения маленькое. Деньги есть, ресурсы есть, население маленькое. Я думаю, что в целом, это с точки зрения Казахстана, это явно уже к чему привело, скажем так, вот это, наверное, из мелких результатов. Казахстан уже явно активизировал дипломатию с Китаем. Он явно стремится максимально, так сказать, заручиться поддержкой защиты Китая. Он явно активизировал дипломатию с Турцией. Он явно активизировал дипломатию вообще со всеми. То есть для него российская угроза внезапно возникла, как некий сценарий. И он, безусловно, уже озаботился тем, чтобы, так сказать, чтобы получить новых союзников, какую-то поддержку. Я думаю, что скорее эта война почти неизбежно приведет к усилению зависимости ориентации Казахстана скорее на Китай. На Китай. То есть я думаю, что в данном случае цель казахов в том числе это стать однозначно таким вот союзником Китая, чтобы Китай, ну, гарантировал их независимость, их спокойствие, их ненападение России. То есть в данном случае я думаю, что это явно оттолкнуло Казахстан и, возьмем, всю Среднюю Азию, да, за ним еще оттолкнуло скорее в сторону даже Китая, чем Америки. Наверное, Америки тоже, но Китая в первую очередь, может быть, Турция еще. Второй момент, что Россия использовала вот экономическое оружие в виде перекрытия нефтепровода. Ну, естественно, Казахстан будет стараться сейчас обрести максимально независимость, максимально будут строить уже, возможно, даже не всегда экономически целесообразные всякие нефтепроводы через Азербайджан, через там, Турцию. То есть, да, это сейчас будет оживление всех этих проектов, потому что у них появилась новая составляющая. Так, хватит ли сил поднять какие-нибудь налоги? Знаете, хватит ли сил поднять технологии? Я думаю, что скорее тут в целом пойдут по более простому пути ориентации на Китай. То есть просто Россия будет все больше становиться такой зависимой от Китая, ну, сырьевой в целом державе. Китай уже взял этот курс, и поэтому тут мы встаем в некий экономический хвост Китая. Кстати, одно из мелких, но интересных возможных следствий было то, что если вдруг в Китае все-таки случится экономический кризис, а там же ситуация тоже такая своеобразная, там все-таки вот этот кредитный бум, огромные объемы рынка недвижимости, то есть там есть не то, что условия гарантирующие, но в общем там есть некий вариант серьезного кризиса. И в целом, если, например, случится там, ну, там сейчас или там через год, через два, через три, то по России это ударит сильнее гораздо, чем ударило бы там 6 лет назад. То есть можно сказать, что Россия действительно станет такой очень тесно связанной с Китаем страной. Соответственно, с одной стороны, китайские успехи, технологии будут покупаться в Китае. Но тут вопрос в том, если Китай будет успешно конкурировать с Америкой, ситуация будет одна. Если он будет неуспешно, ситуация другая. Если в Китае случится кризис, если он будет хорошо расти, для России будет хорошо. Если Китай, не дай бог, для России случится кризис, ну, мало никому не покажется. То есть в данном случае я думаю, что скорее всего будут ориентироваться просто на поставки из Китая. Попытки какие-то будут, но вот то, что делалось в рамках
Слушай, я знаю, вот там Роснана и прочее, ну, в том части Роснана, но это тяжело, и главное, что вот говорить по полупроводникам, там в чем еще проблема? У тебя огромный эффект масштаба. То есть, вот, например, есть Тайвань, где есть вот эта компания TSM, огромная корпорация, она на самом деле работает с очень низкой маржой. Вот, по крайней мере, ситуация, которая была там несколько лет назад, я просто знаю, что, например, при загрузке, средней загрузке вот хорошего современного завода на уровне там 91-92%, компания просто, вот любая, работает с убытком. 94% идет с 5, с нулевой прибылью, 98% с прекрасной прибылью. То есть эффект загрузки очень высокий, вам нужен реально огромный рынок для того, чтобы это оправдать. То есть просто вот особенность этого производства, вот как оно было. Поэтому, собственно говоря, строить в России завод такого масштаба, который позволил бы конкурентоспособно выпускать продукцию, ну, про российского рынка просто не хватит, всего российского рынка не хватит. В данном случае по полупроводникам, конкретно, я думаю, ориентация будет на Китай. По остальному, я думаю, что в целом, я думаю, что ориентация будет... Вот это, скажем так, более простой способ, и я думаю, что пойдут скорее по нему. Роль Турции. Ну, смотрите, там у нас есть султан Эрдоган, вот у нас, соответственно, и он уже, конечно, внес массу неопределенности, пока он сидит на стульях успешно. Пока успешно, я думаю, что все-таки Европа не будет сейчас его отталкивать, опять же, это усиливает его позиции. То есть то, что вот рядом есть такая Россия, и то, что это уже угроза явная, приводит к тому, что все другие более мелкие и более опосредованные угрозы, они воспринимаются более спокойно. Опять же, Турция в итоге согласилась на Финляндию, Швецию и НАТО. То есть в тот вопрос, который внезапно встал как острый, в нем Эрдоган все-таки не стал идти совсем на принцип упираться всеми рогами, он все-таки получил некие плюшки, некие преимущества, некое, так сказать, согласие с его условиями, такое согласие относительное, да, и пошел навстречу. То есть пока он себя проявляет таким достаточно хитрым товарищем, который умеет сидеть на нескольких стульях. В принципе, это сидение на нескольких стульях, конечно, может дать ему экономические плюсы. Потому что если Турция станет вот таким единственным окном в мировую экономику для массы российского производства, ну, она на этом заработает очень-очень-очень нехорошо. Однозначно. Сергей Николаевич, лояльными России до войны, но репрессивнее России, куда они будут смотреть? Так, то есть, если мы имеем в виду, что это если какие-то территории ЛНР, ДНР и прочее. Ну, знаете, вот это очень сильно зависит от того, как все будет в том складываться в войне. Сейчас они вообще полуобезлюдили. Сейчас понятно, что ДНР и ЛНР пока стал просто неким источником бесплатной живой силы, потому что бойцы ДНР и ЛНР, и за их смерть ничего не платят. Поэтому понятно, что сейчас они, скажем так, просто такая дешевая сила, которую гонят не особо жалея, так сказать, в атаку. Что там будет с ними или с кем-то после окончания? Но это такая история, просто очень зависит от того, как и что. В общем, текущая война показала, что вот решение людей оставаться жить, где живут, вот в этих неких псевдогосударствах, весьма странных, так скажем, там, системах, но это решение было неразумным. Скажем так, это опять значимость того, где, какое решение ты принимаешь, то есть где и как. Кстати, вам советую, есть такая книжка замечательная Георгия Демидова «Оранжевый абажур». Я просто думаю, что если школьникам что-то вычитать в 11 классе или там в 10, ну, когда же понимаю, то я бы, наверное, поставил ее просто на первое место. Вот. Так что, если кто-то хочет, почитайте, мне кажется. Ну, так. То есть, в данном случае, просто некие демонстрации того, как важно принимать решение вовремя, как можно неожиданно оказаться там, где тебя, в общем-то, в общем, не ожидал себя увидеть совсем. Это да, вот я согласен с Андреем, что в Китае тоже, так сказать, даже китайский рынок, и то он, так сказать, с трудом, опять же, Китай пока сейчас остается, опять же, Китай пока вот в этой части, ему еще до Тайваня, на самом деле, далеко. То есть пока попытки Китая просто вложить очень много денег, и быстро прорваться, пока завершились тратой очень большого количества денег. Но прорыв пока не состоялся.
Как вы думаете, вторжение в Китай, поддержки войск, обхода санкций, решит ли что это вот санкции в каком объеме? Знаете, я думаю, что им больше чего не останется, потому что это значит, что действительно будет, начинается мировая война. Я думаю, что Тайвань китайцам не отдадут. Это уже будет, к сожалению, то, что это будет вообще не понятно, но это будет уже, это будет мировая война. Я боюсь, что ситуация такая. Если Китай будет помогать России как-то хитро, вот тут будет уже дипломатия. Скажем так, поддержка России, это, наверное, повод для переговоров, для каких-то там санкций, точно, для каких-то вот такой торговли, давления и прочего. Нападение на Китай, я думаю, это война. Ну вот, это мое мнение. Это мое мнение. Вот. Хорошо, так, ну и на сегодня все. Всем большое спасибо за участие. Будут какие-то вопросы, пишите. Вот, ну, про донаты я сказал, что ссылочка есть. Вот. Всем спасибо и до следующей встречи. Надеюсь, следующие выходные продолжим Первую мировую. Первую. Будем надеяться, что до третьей мы доживем не скоро. А лучше никогда. Всем мира. Китай не станет воевать. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Но, к сожалению, после Первой мировой, после того, как так закончилось, все были настолько уверены, что никому больше никогда не придет в голову мысли о большой войне и чем все это завершилось. Так что я очень надеюсь.